Всем привет! Привет-привет! Так, надеюсь, нас слышно. Надеюсь, стрим подвезли. Итак, начинаем со стандартного. Мозг съеден нахер. Съеден вчерашним стримом. Не знаю, как у Блэк. Вчера мы что-то, да, размахнулись. Я сегодня еще и только с работы. Поэтому многого не ждите. И традиционно в начале, что изменилось? Я, пока был на работе, весь день просидел в качалке. У меня дохера уровней, которые я могу потратить. Блэк, я так понимаю, с голой жопой. Да? Да, F5? Да нет, вот в штанах. Нет, ну, в смысле, ты так и не зашла уровней поднять? Нет? Ну ты ж там сидел, куда я зайду-то? Я тебе, блин, сказал несколько часов назад, иди, я все закончил. Понятно, да-да, всем привет. Привет, чатик. Привет всем, кто пришел к нам в этот, блин, воскресный день в самом конце. Больше толком ничего не поменялось, не поменялось, не помянулось, не изменилось. Соответственно, я еще разок прокопал очередную пару тоннелей, куда мы сейчас, Блэк, пойдем. В планах перенести вот это вот стрёмное дело куда-нибудь, потому что, я не знаю, меня оно раздражает. В таком вот незаконченном состоянии это писец. Что там тебя раздражает? Энчантер меня раздражает. Доктор, выходи туда и обратно, а то раздражает. Энчантер. И что тебе не нравится, стоит прикольненько под деревцем. Да ужасно, слушай. Надо перенести, надо найти место вон там где-нибудь за елками и перенести. Короче, пошли в забой. А на вторую часть стрима я пока не скажу, что будет. Я пока еще не решил, будет это или нет. Вот так вот. Да. Че ты задумал? Ты идешь? Конечно, задумал. Ну я иду по мере сил, да. Приветствуем доктора Хаус МД. Можно в нескольких словах о вчерашнем стриме, спрашивает Александр Милон. Ну да, можно, это было долго. Я не успел сегодня его залить. Это был самый долгий наш стрим. Это была философия и вообще. Я вчера, честно говоря, после стрима пила обезболивающее, потому что мне разболелась голова от наушников. Ну вот, у меня не разболелось, но куда, куда? Да, вау! Куда? Вау! Да ладно, ладно, вау, забираю, вау. Ладно. Хватит тереться об него, оно же будет мокрое. Забираю уже. Все, больше нету. А по диагонали, а вот это что такое, слышишь? Найди мне, я выкопаю. Халтурщица, халтурщица. Чего ты мне не все выкопал? Ну я выкопал только то, что попадало в проход. Все, больше нет? Точно нет? Нет. Тогда иди в свой проход. Девочки налево, мальчики направо. Сегодня вся халява досталась тебе, так что радуйся. Сюда, сюда, да? Да, да, туда, туда. Вот там. Бля, сколько факелов. Все, что факел, это все халява. Там есть все. Причем в изрядных количествах. Начну-ка я, пожалуй, с того края. Вот так вот, хитренькая, да? Ну, я тебе сейчас помогу, у меня тут ненадолго. В общем, вчера был упорен трэш, угар и садомия. Считайте, что так. И это было долго. Так. Ладно, надо побыстрее все собрать, у меня здесь толком. Точно от наушников, а не от философии, спрашивает Нордик Панда. Ну, скорее всего, да, философией меня так просто не проймешь. А вот наушники жали башку. Мозг башку жал? Да. Так, так, уголь, куча угля. Так, надо починить кирку. Я сегодня пока копал, кирка у меня вроде как с мендингом. Да, пора ее чинить. Вон она, подрагивает. О, ты модный. Да, кто ж тебе мешал нормально зачерить кирку? Ну, конечно, еще, блин, даже стрим толком не начался, она уже мягче. А вы меня уже всячески это... Блин, слов не подберу. Это самим? Ну да. Я вот с ужасом думаю, что будет, когда я Блэк вторую часть стрима оглашу. Она, походу, совсем будет в шоке. Воя будет. Ты что-то страшно задумал. Да ладно, не то чтобы прям страшное, но... Нормальные наушники для Black Arts. У меня нормальные наушники, у меня башка ненормальная. Башка жмет. Да. В том смысле, что я очень редко слушаю музыку последние годы, просто потому что... Ну, потому что мне, да, мозг жмет. А я вот, например, вчера голос посадил, он меня до сих пор не отпустил. А мозг я посадил сегодня. Ну, на самом деле, я вот не знаю, как ты, Блэк, я предпочитаю музыку слушать без наушников, хотя частенько приходится делать это как раз в наушниках. Я тоже люблю ее слушать без наушников, но иногда не позволяет ситуация. Да, особенно когда музыка какая-нибудь порнографическая, да? По себе-то не суди. Без наушников никак. А что это? Ты что, никогда не смотрела порно?
Я отказываюсь отвечать на такие вопросы. Никого не знаешь с таким именем? Да, я не знаю никого с таким именем. Слушай, серьезно, ты никогда не смотрела порно? Ты задаешь дурацкие вопросы, Кронт. Это вопрос нормальный, слушай. Это абсолютно дурацкий вопрос. То есть смотрела? Я отказываюсь отвечать. Смотрела. Знаете все, она смотрела. Она смотрела. И Блэк... да, я не перестала пить коньяк по утрам. Блэк любит порнушку. Знаете все. Ответ очевиден. Блэк любит порнушку. Так. Чё-то я тут, блин, застрял. Вроде копать особо нечего, а я уже застрял. Тащите меня, семеро. Прикольно смотреть на двуруки копатель в две кирки. Нет, копает я как раз в одну кирку. Просто проблема в том, что вторая у меня на мендинг. У меня закончился камень. Ну да и хрен бы с ним. Вот, и она меня... сейчас смотрит, небось. Она у меня покоцана просто. Чего смотрит, кто смотрит. Александр Милон, ты что, она прямо сейчас, наверное, смотрит. А, ну... Что-то на самом деле есть в этой глубокой мысли. Какая-то глубина, не поймите меня правильно. Чувствую лаву. В общем, дальше идти бессмысленно, потому что тут лава. Так, это можно уже заменять. Чуть-чуть я кирку поднял. А, не, еще нельзя. И еще нельзя. Подожди, подожди. На самом деле, в мендинге есть огромное такое достоинство, преимущество. Не знаю даже, как назвать. Все, дальше лава, я дальше... В свете обсуждения огромное достоинство звучит несколько бессмысленно. Вот смотрите, опять прямо она сейчас какие-то пошлости говорит. Ведь ничего такого не сказал, просто это сказал вы, про огромное это достоинство. Это вы, провокаторы хреновы, это вы меня подталкиваете на всякое непотребство. Конечно. Так, а я, наверное, еще кирку починю. В общем, я закончу свою мегаумную мысль. Когда есть кирка на мендинг, ее всего лишь можно взять другую руку, и все в вашей жизни будет хорошо. Так, блин. Ты меня специально тут оставил такие, как бы это сказать-то? Как? Выкапывать уголь в перемешку с бедроком. Ну, блин, с бедроком я тебе ничего сделать не могу, ты уж извини. Я могу в следующий раз тебе вообще до бедрока копнуть и ходи там по черненькому. Я вот уже здесь хожу по черненькому. Черное на черном. Да? Умный, да. Слушай, ну блин, мы копаем на шестерке. Вариантов нет. Брюлики. Вот видишь, я тебе халяву подогнал, а ты еще что-то на меня мявчишь. Женщины неблагодарное создание. Выкрути, а не закрути яркость. Темно, как в желудке, говорят. Ну блин, тут... Ну короче, ладно, похер. Я сейчас просто возьму факел в другую руку, чтобы было видно, что происходит. Потому что, ну, кирка на мэнинг вроде как наполовину починилась. Копать пришлось достаточно много, поэтому... Надо было ее немножко пофиксить. Так. А, блин. Чего? Гравий упал. Да, гравий там тоже Черт. Есть. Местами гравий там есть, я спорить не буду. Блин, как-то оно странно. Это была ловушка для кошки. Блять, еще раз. Тихо, тихо. Кронт. Ты знаешь, на самом деле я тебе могу сказать, гравий я там закладывал по мере сил. Так что если что-то осталось... Сил не хватило, я поняла. Это просто ты неудачница. Это просто ты неудачница, если там что-то где-то осталось. Потому что я все закладывал. Вообще тут его до хрена, не знаю, что тут закладывал. Да, гравия тут до хрена. Дали мы стране угля, мелкого, но да... Угля. Короче, много, да. Но очень много. Вот смотри, интересно, Блэк, вот вчера говорили про то, что можно какие-то испытания. Я над этим подумал какое-то время. Не понравилось? Нет, я процесс. Понял, что самое страшное испытание для нас было бы это не говорить матерных слов на стриме. Это, по-моему, вообще пиздец. Pardon my French. Так, ты там как, где? А, ну ты уже почти. Замечательно. Золото я все равно заберу. Оно будет мое. Вот так вот, да? Я тебе... Лишил меня последней радости. Я тебе алмазы оставил. Алиса Кюри, как насчет парочки десятков новых вопросиков? Так, ребят, вы решили повторить упорин вчерашнего дня, что ли? Я не знаю. Может быть, хотя бы через ролок? Вы понимаете, вчерашний упорин — это как вчерашний суп. Мы в шахтах, Арт. Я, блин, конечно, понимаю, что какой-нибудь борщ настаивается только, если он вчерашний, но упорин, ну упорин это не действует. Да нет, ответим, конечно, в общем и целом, я думаю. Особенно если будем в чат поглядывать.
Ну вот, посмотрел один такой в чат. Первое же сообщение, которое бросается в глаза. Наута пишет: хуй пизда, ебать, блять, вам нельзя употреблять. Ну хуй теперь. Пойдем. Все выкопало? Ну, видимо, да. Пойдем показывать. Я там как раз второй сундук оставил. Ой, нет, не все. Подожди, на потолке еще же. Да. Там... Вы смотрите, кто-то где-то сдох. Блэк не закапывает, а выкапывает Ред. Тут, короче, все плохо. Эть! Вот так вот. И для порядка... Кран, зачем делать ловушку для кошки из гравия? Коробка же эффективней. Ну, блин, да. Ну, коробок, извините, в майне... А, хотя в майне есть коробка. Отличная коробка, я знаю. Сундук, что ли? Нет, сейчас покажу. Так. А, это... блин, я знаю о чем ты. Я не полезу туда. Полезешь, полезешь. Не полезу. Куда ты пошла? Назад иди, назад иди. Назад иди. Так, давай используем левый сундук. В правом это то, что я выкапывал. А вот в левом мы, я думаю... Что нашли? Выложим, да, что нашли. Ну, как-то вот так у меня, наверное. Уголь лазурь. Считать? Уголь, 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 уголь. И алмазы. Были. Стырил, да, скотина? Ну ты вчера стырила, все, теперь моя очередь. Ну так. И неси все теперь. Вот так дай вот, еще да? яйцо неси. Чего? Дай еще яйцо неси тогда. У меня свои есть. Значит, ты уже привычный. Да, ах ты скрю, я про компостер. Блэк? Нет. Да. Нет. Да. Вон, видишь, Гекон еще пишет. Может, Блэк тогда закопал Ред, потому что он плохо пах? Признайся честно. Ух, ё. Я так, всегда за собой закапываю. Быстро, быстро бежим. Быстро бежим, уверенно лежим. Так, немножко угля можно, я думаю, подкинуть в нашу плавильню. Вот отсюда забрать. Сказал он, перед тем, говоря, быстро бежим. Ты где? Я лежу, очень быстро лежу. Что лежишь? Что надо? Соплю? Лежу, соплю? А, та-та-та-там. Как-то плохо, не задалось. Ну, короче, я теперь, видимо, буду... По поводу музыки Александр Милон пишет. Я лично считаю, что это лично, и слушать без наушников, значит, доверять людям свой музыкальный вкус. На самом деле, мне, в общем-то, срать, что там люди думают про мой музыкальный вкус. Я просто не люблю мешать окружающим. Хм. Ну, блин, я на самом деле обычно просто не слушаю музыку в местах, где я могу мешать окружающим. Либо я слушаю музыку, где точно знаю, что окружающие одобряют мой выбор. А? Все, уже ничего не надо. Так, Ангелус пишет, Крунт, учитывая, что тебе периодически не хватает каблы, почему не сделать каблоген на поршнях? Да нет, с каблой все в порядке, вот уже здесь после кабла. Просто пережигается очень быстро. Да, я просто много пережигал и как-то забыл, что нужно немножко оставить каблы, это во-первых. А во-вторых, с каблой, оп, привет, сосед. О-та-та, жопа горит. Ай, иди не добегу. Подмойся, иди да быстро. Я уже без разницы, уже почти, ну... Не то чтобы совсем не успел. Не помри там, в общем. Кстати, да, надо выложить халяву. А вот, на самом деле, каблы хватает. Больше того, я вам скажу, у нас нет слизи. Ну вот вообще, по нулям. А это говорит о том, что мне предстоит пару дней копать слаймчанг. И это будет полный абзац, потому что слаймчанг порождает огромное количество каблы. Это, считайте, нужно чанг выкопать. Так что с каблой проблем не будет вообще. Главное, не жги ее. Ну, в смысле не жги? Там и жечь нужно в том числе. У нас почему-то золото было где-то в неправильном месте. В каком? В неправильном? Ну, в обычной печке. Так, надо, кстати, в печке пополнить запасы угля. Как-то вот так. Так, а где у нас уголь? А, уголь у нас живет рядом с этими. Какой горячий сосед, настоящий джигит. Поджигит. Нордик Панда. Поджигит скорее, да. Да, еще, кстати, из изменений, я тут пока копался, в общем-то, у нас появился новый дятел, один, видимо, из тех, кто завел себе херовую профессию, решил профессию сменить. О, уже милуются парочки. И теперь у нас есть ленивый картограф, но поскольку он ленивый, я не знаю, где-то пизда лазит. Где-то лазит, наверное. Сирау желает нам удачи на стриме, спасибо. Спасибо. О, не ты ли ленивый пиздал? Да, это ты. Пустая карта. Вот теперь у нас есть место, где мы будем покупать карты. Блэк? Игральные? Да. Есть задача. Будем играть на раздевание. Есть задача. Чё, так домой захотелось? Нет. Иди сюда. Все как ты любишь. Это елки, это не дубы. Они прямые. Длинные толстые палки. Все как ты любишь. Чё, рубить? Да, наруби.
Рис-пюрис, сори, что-то у меня фантазия не работает. Нужно усилить наплыв упарина. Может, не надо, ребят? Покопи фантазию до следующего разочка. Как-то да, упарина у нас, по-моему, и так в количестве. Со вчерашнего еще не выветрилось. Проветривали, ну что-то как-то. Ценности выложил, алмазы оставил, пишет Данте Юзес. Данте Юзес, наверное, да, наверное. Дантеусес, ну блин, даже не знаю. Алмазы я, наверное, не выложил, потому что я хотел что-нибудь зачаровать. Например, кирку, еще что-нибудь. Шапку, броньку. Короче, алмазов я с собой возьму. Блэк, тебе кирку попробовать нормальную сделать? Ну, попробуй. Так, это есть. Железо выложить. Пока там Блэк колупается, я, наверное... Я уже срубила две елки. Да, ну, круто быть тобой. И не круто быть елкой. Почему? Может, и нравится. Ты понимаешь... У всех есть абсолютно разные предпочтения. Может быть, елкам тупо нравится. У меня еще нет дерева. Сирраус, никто не знает, как получать помещение о стриме заранее, хотя бы за 10 минут. А то постоянно чекаю ВК, все равно умудряюсь продолбать стримы. Я знаю отличный способ. Приходите к нам в Дискорд. Ну да, Дискорд это вариант. Это во-первых. Сегодня я предупредила за пару часов. Во-вторых, помимо Дискорда есть еще такая тема. Так, у тебя... Так, нет, еще одну кирку я не буду делать. Тебе какой-нибудь топор, там еще что-то. Батарейка пишет, ответить на его вопрос выше, если не сложно. А какой был вопрос? А я не знаю, надо поискать. А, поищи между делом, а я пока попробую. Батарейка. Какую музыку слушаете? Может посоветовать что-то из любимого? Пару лет назад через Блэк узнал о Tenacious D. Может быть, еще с чем-то годным познакомите. Ну, за пару лет, честно говоря, у меня ничего нового не появилось в моем плейлисте. Я как старенькая слушала, так и слушаю. Блэк, беда. Че? Unbreaking на кирке. Ну чё, в дичаре или что, я не знаю. В смысле? Unbreaking на кирке это прекрасно, и что теперь? И больше нихера там нету. Да, короче, ну отлично, я попробую еще одну сделать, если что, потом переточим эту кирку на второй силктач. Фортуна 3, вот что надо, как чарить-то, ёбаный в рот. Unbreaking 3, Efficiency 4, Фортуна 3, короче, это будет моя кирка, ничего не знаю. Как туда попасть в Дискорд? Ребята, ссылка, кажется, под твичом. Под последним видео, совершенно точно, на ютубе. Да, под последним видео, под это. Я не читерю, админ, я не читерю. Это абсолютно честно, все это видели. Абсолютно честно полученная кирка. На нее только Efficiency 5 повесить и мендинг. И будет моя любимая кирка, потому что я вот сюда не повесил ProMiner TM, поэтому она не особо хорошая. Вот, под стримом поэтому... еще есть ссылка, говорит профессор. Да я говорю, да, под твичом там все должно быть. Так, нахер я сюда приперся? Я сюда приперся, чтобы сделать что-то. Я отнесу тебе 14 бревен. Клади сюда. В сундук клади. От того, что ты кидаешь бревна в сундук, они внутрь не влезут, ты я тебе скажу. Ты не оценил, какая я сильная. Что ты такой серьезный? Ну, потому что я сегодня весь день, наверное, работал, и мне еще потом после стрима снова еще всю ночь работать. Наверное, поэтому я такой немножко серьезный. Ты там вопрос-то нашла? Я тебе его ждала, про музыку уже прочитала. Даже это про музыку, это и он был. Ну, я, блин, слушаю рок, металл. Ну, металл без всяких извращений в основном. Ну, такое, блюз иногда. Иногда даже кантри по настроению могу послушать. Не слушаю категорически рэпа, всякие там бит, хип-хоп, попсу. Вот это не слушаю. Предпочитаю что-то более осмысленное. Скажем так, в словах, даже если это по-английски. Но иногда слушают жирок, в этом сознаюсь. Жирок? Жирок это хорошо. Жирок, да, это хорошо. Магорион 91. Всем привет, привет. Кротто, Блэк, объясните незнающему причатик. Человеку мицелий под водой больше не превращается в землю, а то я заливаю остров, дождался ночи и ничего. Ну, я, честно говоря, не в курсе. Вообще я не в курсе. Земля, по-моему, так и... Точнее, трава так и превращается в землю, по-моему, под водой. А вот насчет мицелия я не знаю. Чувак, ты знаешь? А? Не? А чё? Не знает он. Блэк, что мы будем делать? У нас есть немного алмазов, которые мы можем потратить на броню. Тапочки, золотые туфельки, алмазные. Да, блин. Мне пока и так неплохо, в общем и целом. Да? То есть... Ты вторую кирку-то зачаровал в результате? Ну, блин, я сделал кирку, но она мне очень нравится, я не хочу тебе ее отдавать. Дай мне хотя бы ту, которая просто на unbreaking. Так, просто на unbreaking. Нет, давай я тебе еще одну сделаю, ладно. Да ядрить. Не будем жадничать. Короче, вот это кирка для Блэк. Хочешь, сама даже ее... ты не можешь. Ха-ха. Так.
Алмазную лопату подари, Блэк. Короче, скрестите пальцы за Блэк. Блэк, ты скрестила пальцы? Да, на ногах. Узелок на хвосте завязала? Конечно. Основа будет Фортуна 3. Отлично, Блэк. И Efficiency 4. Ну, почти. Всего две чарки? Братья и сестры, Монолит призвал меня ночью. Я говорил с ним. Он был прекрасен в своем величии. Алиса, это был не Монолит. Но если он такого же размера, то тебе явно повезло. Короче, единственное, что на твоей кирке нету, так это анбрейкинг. Ну совмести ее с той анбрейкингом. Но есть анбрейкинг. Вот тебе, короче, две кирки. Я думаю, тебе хватит уровней совместить. Беги, совмещай. Хорошо. Ты пока чатик почитай. Я пока, наверное, себе все-таки какую-то броню, наверное, сделаю. Попытаюсь, по крайней мере, скажем, тапки, штаны. Ты упорно не хочешь читать чатик. Потом... Снизу модный. А вот. Потом меня подгоняешь. Твоя задача читать чатик. Ну, хорошо. Так. Дантеус, если вообще это не мой аккаунт, у них просто не перелогинится на планшете. Так я Дантес, МБ, как и в Дискорде. Дантес. А. Эмби. Дантес. А то мне Дантес. Так. Хорошо, будет Дантес. Так, народ. Blast Protection 4 или банальный Unbreaking 3? Учитывая, что у Крон длинные волосы, сразу можно догадаться, что он слушает рок. Ну, вообще-то, взаимосвязь... Блин, у меня аж язык начал от неожиданности заплетаться. Взаимосвязь группы, здесь... группы назови, кричит Геккон. Не такая. Ну да ладно, будем считать, что именно поэтому. Юзик, мля, я один тут идиот, слушающий направление музыки. Но на самом деле, как бы, нас как минимум двое, потому что я придерживаюсь мнения, что в любом направлении есть хотя бы одна песня, которая может меня зацепить. Ужасно. В целом. Ты представляешь какой-нибудь рэпчик? Арабичек. Какой-нибудь этот, знаешь, бит, йоу, что-нибудь там, дэнс. Могу, легко могу, Кронт. Кислота. Кислота, вот это вряд ли, кстати. Ну вот видишь, видишь, бласт. Но, двое за бласт, короче, все понятно, будут мега-бластовые тапки. Но я оставляю шанс даже кислоте. Под упорином все хорошо заходит. Короче, получили штаны Unbreaking 3, Protection 4 и Death Strider и Blast Protection 4 на тапках. Вот тапки, скажите мне, а Death Strider это что? Это, по-моему, плавать под водой быстро, да? Unbreaking, конечно. Ну вот Гублинчик пишет, что Unbreaking, конечно, но тут я немножко не согласен, потому что Unbreaking достаточно часто энчант. Так, это быстрее плавать, по-моему, да? Насколько я понимаю. Тапки лучше на Fitter Falling. Ну, я думаю, что его отдельно потом можно будет навесить, нет? Блэк прочитал, Крот как обычно не услышал. Можете привести примеры групп? Нет, я не буду сейчас приводить примеры групп, потому что у меня сейчас мозг работает слишком много сторон сразу. Ребят, ходить под водой, я так понимаю, и ходить, и плавать, оно и на то, и на другое вроде бы распространяется. Ну, в любом случае, Блэк, ты там как с киркой? Справилась. Справилась? Да. Ничего там синий, порвала? Нет, иди, себе спать, нет, кирки, спать, да. Спать, спать, спать. Вот, в общем-то, на самом деле, конечно, что-то есть в том, чтобы кирку... не совмещать кирки, а сколько-то поюзать, еще что-то. Ну, ладно, давайте не будем нищебродствовать. Алмазы пока есть. Не в таком количестве, но есть. Поэтому мне хватит, а Блэк, ну, как-нибудь перебьется. Блэк, а дверь закрыть, пишите, Александр Мелон. Хорошо, сейчас встану и закрою дверь. Пещере рожденная, ну просто. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Последний шпингалетик закрыл. Все, довольны? Админ, спать давай. Конкурент пишет, это батя Родстоуна стримит. Ничего себе. Кто батя? Где батя? Я не буду платить алименты. Папа, куда ты? Так, ладно, раз уж пошла такая пьянка, я думаю, надо завершить свою экипировку. Габриэль 44, а сегодня стрим будет тоже на 3 с лишним часа? Нет. 100% нет. Ребята, мне работать. 100% нет. Сегодня повезет, если Protection 4, Unbreaking 3 и... Protection 4 тупо. Ну, короче, да, с этими не повезло. Довели вчера блэкстрим, походу. Нет, на самом деле, если бы не башка, то как бы все нормально было бы. Кого должен трахнуть Крон, чтобы родился красный камень, спрашивает Тафуке. Кого должен любить черт? Ты знаешь, я не знаю, кого должен любить черт, но вот с трудом представляю, кого мне надо трахнуть, чтобы, блин, красный камень получить. А ты бы трахнул овцу? Ну, если бы был другой овцой. Да-да-да-да-да, конечно-конечно. Так, Блэк, у тебя алмазный меч есть? Нет.
И у меня можно считать, что нет. Поэтому я думаю, что сейчас попробую еще на остатке уровней получить алмазные мечи. Мне куда-то надо деть уровни. Соответственно, книжки, алмазные мечи. Сейчас я это сделаю. Так, а нахера я сюда залез? Я сюда залез, чтобы взять еще один алмаз. Сделать два алмазных меча. Также нужно залезть за книжками и выложить железо. Так, два меча. Часть железа нахер. Куда-то туда. И, соответственно, книжки. А книжки-то у нас есть? Перечаруй кирку, которая была просто на прочность, пишет батарейка. Он отдал ее мне и отдал мне вторую кирку, которая была на фортуну и на эфишенси. Да. Я их совместила. Теперь у меня нормальная кирка. Можете считать, что мы продолбали одну алмазную кирку, поэтому это не страшно. Ты смотри, он опять приперся, а? Негодяй какой. А Блэк? Чего? У нас есть два мендинга, скажу я тебе. Тебе дать один? На кирку? Да. Давай. На, а уровней тебе хватит навесить? Ну, не знаю, у меня 18 сейчас. На тебе. Книжка валяется прямо у входа, почитай, очень интересная. Какого входа? Куда входа? У входа вижу, куда книжку. Надо. Так, короче. Блин, нет. Рынк? Я пока не буду навешивать мендинг, потому что... Почему? Так, сейчас. Подожди. Тогда сделаем как-нибудь... Три уровня, а я буду. По-хитрому. Сейчас, подождите. Теперь главное ее не продолбать. Я просто всегда на такую кирку у меня классически шел символ трейдмарка, и поэтому она работала и сносу ей не было. Вот теперь я это обязан просто сделать. Фортуна 3, мендинг и, соответственно, про... Нам с тобой не по дороге, грязный Овциёв. На самом деле немножко не так. Вот тебе так. С нами не по пути, грязный Овциёв. Да. В оригинале. Почти. Почти та самая кирка, к которой я привык. Единственное, efficiency 5 не хватает. Но я думаю, мы это потом сделаем. Благо у нас efficiency там почему есть. Почему кровати разного цвета? Вы что, спите под разными одеялами? Ну просто я чистый. Она вечно то в тени изваляется, то еще где. И все. Попизди мне тут. И да, конечно, под разными одеялами. Что, я буду с девочкой драться за одеяло, что ли? Глупости какие. Так. Как на стороне со своей зеленку разлила. Мечи. Мечи, щиты, копья. О, ты хочешь что-нибудь купить? Ебанашка. Если вы знаете, о чем я. Кто знает, откуда это? Кстати, да, откуда это? Откуда это? Кто знает в чате? Вот сейчас проверка на вшивость. Меч Unbreaking 3. Книжка Flame. Откуда это? Да, вот Арс, откуда это? Я-то вот знаю, откуда. И Крон знает. Flame это... Поджигалка на лук или что это? Да, это поджигалка на лук. Да? Алиса Кюри, это же Изи пишет. Ну-ка. Flame или Unbreaking 3 на меч. Гоблин, привет, и писал вам в ВК предложение про надкусный кусочек реда и лопату в мозгу. Апгрейд идеи. Одна, две или три лопаты в зависимости от уровня подписки. Лопата и мозг, это просто настолько must-have, мне настолько зашла эта идея, спасибо. Вот это просто, можно проголосовать, но на самом деле я с трудом представляю, как вы на маленьком таком значке поместите три лопаты в мозгу, но в качестве смайла это просто вообще огонь. Это огромное спасибо за идею. Матвей 4. Немногие знают, но 7 лет назад Блэк звали Кристиной. По скриптам, надеюсь, она помнит. Сложно, наверное, забыть, как тебя звали, да, Блэк? Такую толпу. В общем, спасибо, да. Забыть сложно. Спасибо. Так, за лопату. Белый котик, конечно, это сказал? Трайн. Нет, это не Трайн. Миазмата? Нет, это не миазмата. Вы что, ребята, это не оно. Никто не знает. Ну охренеть, ты смотри, сколько у нас людей, никто не знает, откуда это. Кошмар. Короче, еще раз. Блэк, решай ты, не будем мучить чат. Меч с Unbreaking 3, либо книжка Flame. Что? Меч с Unbreaking 3. Окей, это будет твой. Да. Забирай. Видишь, он прям из книжки появился. Теперь меч с Unbreaking 3 или книжка Knockback 2? Меч с Unbreaking 3. Хорошо, ладно, у нас будут одинаковые мечи. Абсолютно. А вдруг на него чарка упадет, у тебя какая-нибудь хорошая? Абсолютно. Опять флейм предлагают. Опять какой-то флейм. Ну ладно, пусть будет флейм, хрен бы с ним. Так откуда? Не Скайрим случайно? Нет, это не Скайрим. Нет, это не Скайрим. Флейм фигня какая-то. Нет, на самом деле флейм хорош. Весьма себе хорош. Дополнительный огненный дамаг никогда не был, в общем-то, плохим. С чего бы ему быть плохим, спрашивается. Итого,
лазурит надо выложить, и надо уже заняться переделкой этой несчастной херни. У нас есть кирка на Silk Touch, Black. Чё? На, держи. Гыть. И? Иди забирай полки. Полки Enchanter. Все убирай. А я пока подготовлюсь к постройке. Диабло, пишет Гекон. Нет. Ну, нет. Ближе, теплее, но нет. Теплее, но нет. Так. Ха. Так. В Моровинде не орали мечи копья. Ну, по-моему, да, насколько я помню, Моровинд там такого не орали. Да, у нас есть победитель, Дариэль, это Титан Квест. Титан Квест, Дариэль победитель. Абсолютно точно, это был Титан Квест. Корову сразу можно жарить, пишет Агнелос. Флейм не фигня. Ну да, если сразу можно жарить, это... Hellfire, белый котик, спасибо тебе за это слово. Такая ностальгия. Первое Диабло. Так. Блэк, ай. А где наши резаки все? Не знаю. Я их все продолбал? Блин, кошак ла... Блин, зачем я это сказал? Титан Квест крутая игра. О. Да, она у меня одна из любимых. Собственно, я в нее играю до сих пор периодически. Поигрываю. Ты уже нашел место для... А Фоки пишет, корову можно жарить и без меча, даже табуретка не всегда нужна. Я так зачитался, что аж чуть мимо каблой не пробежал. Титан Квест — жалкая пародия на Диабло. Нет, Юзик, тут я с тобой не согласна категорически. Так, это мы пока оставляем. Фанаты балды смахнули скупую олдфаговскую слезу. Ну, балда — это да, отдельный разговор. Да, и Neverwinter. Блэк, ты ничего не подготовила. Я принесла тебе. Вот интересную это... книгу. Что вот это торчит? Ты не срубила хуйню. Я срубила вот здесь. Было две хуйни, я их срубила. Хорошо. Руби еще одну. Мы же где-то здесь поставим энчантер. Ну, наверное. Или ближе к забору. Или вообще здесь же оставим. Давай перенесем, короче, вот в этот угол, я думаю. А, под тем деревом тебе не нравилось. Под акацией круче. Ну, она у входа прямо, блин, как-то... Какой-то отстой. А тут поднимать еще надо. И здесь отстой. Нас вот спрашивают, играли мы в Котор. Нет, я не играл. Knights of the Old Republic, что ли, имеется в виду? Котор. Ну, видимо, да. А, я не играл. Не дошли руки. Ну, чё, где вы ставите эту хуйню? Определись уже. Вот там предлагают... может быть, между свинарником и шахтой? Между свинарником и шахтой. Да нет, она достаточно большая получается. Ну, смотрите, это вот площадь энчантера плюс декор по краям. Я собираюсь строить отдельное здание, поэтому место должно быть в количестве. Ну, сколько тут? Ты 5, мне скажи, 6, тебе 7, нужно сколько? Ты собираешься 9 делать энчантер энчантнутый? 9 на 9. Я хочу автоматически. Вот я, да, это имею. Пока у нас не хватает ничего, поэтому... Да, механически. У меня нет слизи на механический энчантер, поэтому я там просто оставлю дырки. А сколько нужно места для твоего механического? 9 на 9, считай. Ха. Ну, давай тогда пойдем, короче, вот в этот уголочек. Так, короче, тогда берем землю. Берем землю. Берем воду. Блэк, у тебя есть вода? Нет. Нет? А Сирал, почему нет? Ребята, вы меня спровоцировали на олдскульный гейминг. Я смогу в Diablo 2 поиграть на Win 10? Вообще... На десятки не знаю. У меня брат, он как бы тоже фанат Дебилова. И он говорит, что на любой винде, в принципе, Дебилова идет. Блэк, ты успела прочитать, что написал Артус Кью? Нет. Болото строго на запад от вас. Фарночи. На западе от нас. Болото строго на юг от нас в одну ночь. Только это нихера не помогает, как показал вчерашний стрим. Абсолютно не помогает вообще ни разу. Так вот, собственно, я под семерку пыталась запустить Дебилово второе, но оно у меня что-то крякнулось и не знаю, в общем. Пойдем, короче, спать, потому что все равно воду брать в доме. У меня брат от этой херни умер. Пипец, белый котик говорит, Крон похмыкай, как житель, а в конце скажи гыть. Что вы к этому гыть-то так привязались, а? Это ж кошмар какой. Полный гы. Админ, спи давай. Идет он. Откуда?
Болото на востоке меньше дня, пишет Мигрин. Ну да, вот мы на восток как раз и ходили. Ну, примерно день, да. Чуть меньше дня, и ты уже там. Гыть — это фирменный знак. Предлагает его регистрацию провести, да? Ну, не знаю. Без гыть кронт не гыть. Да ладно. Я был кронтом еще до того, как гыть стал мейнстримом. Кстати, второй вопрос. Мы будем мстить за вчерашние вопросы вам. Второй интересный вопрос. А кто помнит, откуда появился изначально гыть? А Нордик Панда пишет, крон гыл, гыт и будет гыть. Сейчас, подожди, подожди, мы сейчас проверим. У гыти знатцев. Так. Ну, где-то... Может, я тебе отдам уже полки энчантера? Ну, положи их в нижний сундук. Вот, хорошо. Положи их в нижний сундук. Этого будет достаточно. Так, сейчас посмотрим. Чё, тишина? Все, никто не знает. Гыть был всегда. Все, вот вы, ребята, и запались. Гыть не был всегда. Так, 2, 3, 4. Ну, где-то, наверное, вот отсюда надо. Построим импровизированную библиотеку у входа, пишет Александр Милон. Чё? Импровизированную библиотеку? Нет, библиотека будет, наверное, под башней, как я и говорил. Так, это... У нас выживание нужно... по заявкам, и Миксолд пишет. Так. Выживание по заявкам нет. Нет, и не из Трайна. Я сейчас скажу страшное, даже я не помню. Да ты чего? Ну, тебе простительно, ладно. Чего это мне простительно-то? Простительно. Тебе простительно. Гыть — это что-то из украинского фольклора. Нет, ну, в общем-то, у меня оно родилось безотносительно к украинскому фольклору. Так, у нас это будет основа. Соответственно, давай сразу прикинем сюда, так и быть, твои полки с энчантером. Надеюсь, я не ошибусь. Если бы что, еще звук их... подтянул на уровень 2019, было всем хорошо. А то ощущение, что пишет тот же микрофон, в который писал до ухода. И все остальное оборудование тоже крайне устарело. А это о чем речь, народ? А... Это про крондовское оборудование или что? Ну, я очень странно, пропустила. Конечно, микрофон остался тем же. Это просто, наверное, голос задроченный. Итого... Блэк. Чё? Тебе мега задача. Надо сделать. Сейчас скажу чего. Одну табличку. Точнее, не табличку, а рамку. Рамку для предмета. А, не акронди. Понятненько все. Рамку? Миазмата. Нет, это не миазмата. Я же уже сказал. Гыть был сик на вас охотятся. А, стоп! Стоп! Нет, нет, все правда. Вот. А, Зайцев Сергей, абсолютно прав, да. Если кто-то раньше еще сказал, тоже люди правы, это в миазмате первый раз появилось. Когда вылезла большая бабуня, был гыть. Это появилось в миазмате, оттуда и пошло. Как-то вот не знаю, причем это даже у меня зацепилось именно с миазматы. Как я там это начал использовать, оно ко мне приклеилось. Почему-то не знаю. Так, здесь будут стоять поршни. Соответственно, рядом с поршнями нам нужно проложить дорожку для редстоуна. Кусочек редстоуна. Кусочек редстоуна сейчас тоже будет, Блэк. Определенно, и кусочек редстоуна да, будет. Подбери. Подбери за собой. А, чё? А, спасибо. Так, рамка идет вот сюда. И туда пойдет... чего-нибудь. Привет, Дионикс. Привет, звук остаёт, да. И кадры будто просаживаются. Всем здрасте. Да? Странно. Ну, блин, на самом деле сегодня, конечно, получше с коннектом Твича, но все равно я вижу проблемы, определенные местами присутствуют. Тут я опять же ничем не могу помочь. Увы. Крунт, когда была миазмата, у тебя мы уже и не помним. Ну, всегда можно зайти на канал и посмотреть, освежить память. А я сюда пришел за редстоуном. Вот вопросы совсем сложные. Ну давай, жги. Редстоун, компараторы, блоки. Когда Блэк первый раз мяфнул на стриме. Ха! Блин, ну вспомнила бабка, как целка была. И совсем не сложно. Вообще не помню. Копирайт это ставь на такие выражения, а. Ну, вчера, товарищи, приветствуем, Лотс. Привет, да. Не помню я, короче, Артс. Так. Будет красный факел на этой херне, ничего не знаю. Ну, наверное, это случилось тогда, когда я начала вам доверять. Ты все еще им веришь? Ты все еще им веришь? Ну... Надо, наверное, все-таки выкопать лишнее.
Чат помнит или Кронт? Вот а какое первое слово было в Black Let's Play? Их уже вспомнили. А это было слово «бля». По-моему. А не «привет» случаем? Нет, по-моему, это было как раз «бля», а потом уже было «привет». «Бля, привет». Ну, привет, бля. Фу, Блэк, на всякий случай. Спасибо, Дионикс. Такс. Всегда вырезаем. Рад помочь, да, ты. Так, теперь главное нигде не ошибиться с этим делом. Итак, у нас есть полки. Это их поднятое положение, поднятое положение. Здесь будут поршни. Блок на сдвиг вверх. Ну да, как-то так. Наверное, как-то так. Соответственно... Она шмякнулась и сказала, бля, действительно. Да, вполне вероятно. Игра не читать мой ник, ты проиграл 48 килограмм упарина. Ну, я проиграл сознательно, будем считать. Парень, хотя это было подлинно, как говорит Блэк. Так, так, и здесь полка. Блок, нет, блок, пожалуй, используем. Да, так, это была гробница Ра, по-моему, точно. Гробница Ра, да. Слушай, еще кто-то помнит? Да я думаю, что много кто помнит. Ну, офигеть, на самом деле. Я вот даже так, ном-ном-ном. Да и Вол пишет, у меня одного звука майна остаёт. Нет, там у Дионикс чуть выше тоже сказал, что какая-то жопа. На самом деле я подозреваю, что вся вот эта вот фигня с отставанием, она, наверное, лечится рефрешем экрана стрима, но я не уверен и врать не буду. Так, а у нас что, закончились блоки, что ли? Да, беда, слушай. Хотя нет, лестница есть. Так, сейчас будем пытаться понять, что как. Здесь временный блок. Нет. Не уронить. Где у нас будет жить Кирканов на Силктач? Да где-нибудь уж. Посели ее, бедную Кирку, на Силктач. Ну хорошо, ты в нижний сундук ее сейчас, подожди, здесь. Я тут запутался, пытаюсь понять, как правильно сделать. Скорее всего, сиськи у Твича полетели. То есть буферизация. Ну, вероятно, да. Так, ладно. Что-то мне в башку ничего не лезет. Давайте попробуем методом научного тыка. Отсюда у нас должен идти базовый сигнал в таком положении. Соответственно, вот в этом сигнал должен быть полный. Так, если мы выведем его отсюда и протащим, скажем, вот так, то не хватает блока. Блок ставим, сигнал... На один блок не достает. Так, соответственно, не нам хочу нужно... хочу умничать, но юзайте Alternative Player for Twitch. Дополнение для браузера. Пишет нам человек с ником Гондонча. Вообще, нам уже поумничала Марква на эту тему, насколько я помню. Так. Ну, я, честно говоря, не знаю, как бы Кронт вообще внял ее словам или нет. После работы у меня мозг вообще просто никак. А еще ты в нее один ешь. Сюда... Два сюда. Так, ну, видимо, придется вот так, да. Так, все, давайте. Кронт ушел в туториал, вернется не скоро, видимо. Да блин, вы же меня знаете. Если я начинаю упарываться по рейду, это уже меня очень сложно остановить. Александр Милон, вот когда не хочешь материться, но приходится читать Ники чатика. Да что твою налево-то? Что с тобой не так? Так, сюда передача, на блок. Ниже. Ладно, попробуем тогда без лишней передачи, если... А сейчас раз, мы наблюдаем два. За Кронтом в его естественной среде обитания. У тебя не тот голос. Какой а есть. Сейчас мы можем наблюдать, как Кронт в своей естественной среде обитания упарывается Редстоуном. Ну вот да. Вот он с недоумением смотрит на дорожки и не знает, что ему делать. Блять, я не знаю уже, что с этим делать. Реально, это писец. У меня мозг сегодня настолько сломан работой. Народ, спасайте, это просто я уже потерялся. Вот у нас дорожка Реда, сигнал полный должен быть. Это Жак вот. Кусто, нет, это Дроздов. Нулевой сигнал. Нулевой. Со следующей уже дорожки он должен идти куда-то. И я не понимаю, куда и как. Можно, конечно, его усилить дополнительным компаратором, но что-то мне подсказывает, что, наверное, не нужно этого делать. Матвей 4, че? А че, у вас не появилось проблем с каналом из-за слова на П на прошлых стримах? Нет, не появилось, а вы надеялись? Ну, слушай, если нас кто-то сдаст, они определенно появятся. Ну, тогда мы просто не больше не будем стримить, и все.
Так, стоп. О! Идея, подкупающая новизной. Да мне кажется, только что дошло. Так, поворачиваем волшебный рычажок. Путать кустов и дроздов, разрешите, я пробью с ноги, пишет Геоникс. Да, я это сделал. И, собственно, вот это не нужно, это не нужно. А, да, это было нужно. Хрень какая. Короче, все, я справился, я смог. Сосури 2412, я достаю свой большой донат и медленно ввожу его в тебя. Тебе стрёмно, но Блэк очень нужен ништяк, и поэтому ты терпишь. Хоть и собрали уже, но я очень хотел сделать такой донат, только возможности не было. Ну, спасибо, конечно. Не боитесь, что у меня там после таких введений что-то там треснет, где-то лопнет или еще что-нибудь? Надорвется. Это ж писец будет, если так. Так, пойдем спать. Короче, я решил, и все. К нам Мих приперся, и сейчас вот этот подонок стопудово не сможет нигде спать. Куда это он к нам приперся? К нам. А вон он на лодке проплывает. Ну и плыви себе дальше, пенопласт хренов. Это, блин, курятник. Спать иди. Ты смотри, он приперся и поставил свою раскладушку. Подонок. Скотин какая. Да. Головой в печку. В общем, спасибо за, конечно, введение своих донатов. Хочу сказать тому человеку. Да-да, спасибо. Которому повезло, спасибо, что не мне. Которому можно повезло, я что сказать? Я не запомнил его ник. А вот, соответственно, что там, какой-то большой коммент. Get viewers Pro стали стабильнее, других не работает. У нас всего отлично. 6 рублей минимальный тариф. Просмотры, зрители, фолловеры. Так, ой, у нас ребята, а Маквы нету? Нет, Геоникс, у нас есть Никс. Пожалуйста. Никс, ты можешь расчехлить Хелицера и произвести, так сказать, введение по самой гланды. Я могу сама это сделать. Да, ну давай, да. Вводи ему. Все. Блэк ввела. Сегодня у нас сеансы введения абсолютно бесплатно, без смс и регистрации. Еще нужно куча блоков. Вот кто-то говорил, да, что можно сначала вот так собирать, но, по-моему, все-таки 4 блока собирать вот так быстрее, чем несколько раз прокликивать там. То есть раз и сразу 4 блока. Это вам для примера. Просто. Соответственно, ну вот единственное, что если делать ступени, да, можно сразу пропуская промежуточный этап. Между прочим, это твоя фраза 2-летней давности. Вполне возможно. Ну вот зачем вы учитесь плохому? Вот казалось бы, да? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Или не ай-яй-яй. Нет, все нормально. Пойду я, пожалуй, рыбку половлю. Ну иди ты рыбку полови. Так, вот здесь косяк. Я сразу вижу косяки, особенно свои. Здесь нам нужны ступеньки. Да, иначе ничего работать не будет. Там разрыв дорожки идет. Так. Так, 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 так. Блин, беда, дерево мешает, как всегда. Блэк не рубит большие дубы, они мешают. Стункатор — это жалкое подобие модификации чизел. Ну, ребят, в модах, конечно, все это прекрасно и замечательно, но, блин, моды есть не у всех. У модов есть свои проблемы. Я не туда загнул, что ли? Кром, да не забудь думать, говорит Артс. А еще плюнуть и сказать крекс-фекс-пекс. А у меня здесь рыба летает, блин. Так, погнали. Попытаемся для начала ограничить это вот так. И сейчас снизу вверх пойдем с этой херней. Так, здесь надо явно закрывать это вот так. Удаление спамера — это хорошо, но Блэк все равно осуждает. Да, 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 осуждаете меня все, блин, осуждаете. Че теперь уж, блин? Тыкс, эть. Нет, ясь пускай плавает. Так. Кронт спрашивает по Ясьму, а почему ты поставил компараторы вместо репитеров? Ну, потому что мне нужно затухание сигнала. Дело в том, что рамка выдает сигнал, соответственно, разной длины, в зависимости от поворота предмета в ней. Мне нужно, чтобы сигнал отсюда затухал. Если я там поставлю повторитель, он просто, соответственно, усилит сигнал, и сигнал пройдет по всей длине. Подонок какой, через забор у нас тут прыгает. Так, мне нужны еще другие блоки. Явно вот такие. Возможно, вот такие. Слушай, здесь в нашем пруду, где растет морской горец, совершенно невозможно ловить рыбу. Потому что улов прыгает на все четыре стороны. Куда угодно, только не мне в сумку.
Ну извини. Какая ты жопа. Блэк, тут тебе будет мега задача. Тут твой любимый дуб растет. Короче, нет, надо с ним что-то сделать будет. Ты же хочешь энчантер, скажи мне. Он уже есть. Ну, я его сейчас сломаю, если ты не срубишь этот дуб. Шантажируешь, да? Да. Блэк, ты язи-то поймала? Нет, я не хочу ловить язи. Он такой прикольненький, голубенький, так, плавает, там хвостиком машет. Выложить. Тык-тык-тык и... Вероятно, во всем виноват морской огурец. True ecstasy. Да, наверное, ты прав. Как-то, наверное, так. Ох, ёж, давно тебя не было. Вот когда там... Трайн 4? Да, я только знаю. Хотел сказать, тебя уже спрашивают, когда Трайн 4. Так, это будет вход, соответственно, я думаю, что... Вообще он цвета хаки, ну ладно, ладно. Так, нет, сначала надо, наверное, низ разбавить чем-нибудь и потом от этого плясать. Я не хочу выключать ресурс пак, потому что меня от дефолтного укачивает. Бах. И даже за одну минуту меня может укачать. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему тебя укачивает с ресурс паков. Я тоже. Точнее, без ресурс паков. Я тоже не понимаю, но ничего с этим сделать не могу. Слишком много кубиков. Наверное, они все мелькают. Слушай, ты знаешь, мешают. Есть такая болезнь с таким непереводимым названием. Это болезнь маленьких отверстий, боязнь. Знаешь такую? Нет. Нет? Вот, а такая есть. Я не такой, чтобы вам тут голубых язей подбрасывать. Соответственно, я думаю, что так. Так, ну ладно. Пока. Трипофобия, да, вон и Арс говорит, и Нордик Панда говорит. Вот. Представляешь, и то же самое, только у тебя болезнь маленьких квадратиков. Да? Нет. Нет? А что так долго думала? Чатик читала. Пипец, нашла отмазку, а? Ну читай чатик. Читаю. Почему ты не читаешь? Озвучивай. Ну, там много раз повторяется слово трипофобия. Пипец, вот почему все помнят такие странные слова, кроме меня? Так. Мих, ты ловишь нашу рыбу и наших тентаклей. Вот так. Наверное. Да-да, мужики, если... вот там абсолютно правы, это полное хз. Сейчас меня, я чувствую, задолбает все это дело строить, я на это дело плюну, и мы займемся второй частью нашего марлезонского балета, Блэк. Ужас какой. Да-да-да, я вот тоже думаю, что это полный ужас какой. Так, у нас здесь нужно оставить место, наверное, под сундуки, я вот так подумал, да? Как ты считаешь, Блэк? Если болезнь маленьких квадратиков, то надо заработать на больший монитор. Тогда эти маленькие квадратики будут огромные, будут еще хуже. Это как большой крокодильчик, да? Да. Так, место под сундуки есть. Место под сундуки еще, наверное, вот здесь следовало бы сделать. Да, я думаю, именно так мы и поступим. Для начала вот так. Быть. Вы, когда вас задолбает смотреть на то, как я испытываю ужасные муки творчества, вы скажите главное. Мы перейдем ко второй части и порадуем Блэк. Я честно скажу, я не знаю, что задумал Кронт. И поэтому я так настороженно молчу. Ты понимаешь, ты вот специально сейчас сказал, ты же понимаешь, что сейчас народ массово скажет «Заебало! Дайте железо, и я уйду!» Вот сука какая. А самому накопать вот никак, да? Вот вообще никак. Негодяй, пришел еще и железо. Гоблинчик, чё-чё-чё, Кронт задолбает строить. Блэк, чё там за мужик с тобой рядом сидит? Нет, где Кронт? Вас задолбает строить. Я чё? Мне-то это... Я-то вон... А, блин. Нормально. Вариор задолбался про лопату терапии писать. Блэк упор игнорит. Я не игнорю. Я не могу читать все сообщения в чатике, иначе я просто буду там просто сидеть и просто читать чат, и ничего я не буду делать на экране. Хотите так? Давайте так. Так. Так ты так, наверное, ничего не делаешь. Я рыбу ловлю, вообще-то. Блин, Блэк, ну тут дубы, они вообще не в тему. Хорошо, я иду. Дубы, я иду к вам. Короче. А, ты идешь? Ну тогда зашибись, тогда ничего. Так. Соответственно, сделаем заборчики. А сзади... Чё тебе здесь срубить надо? Какую плохо. Дубинушку? А, чё? Какую тебе дубинушку здесь срубить? Ну вот, видишь, вот это вот наверху
дерьмо мешается. И вот это вот рядом. Вот ты можешь даже пытаться залезть изнутри. Вот смотри, вот отсюда. Блэк, вот. У меня не камень не ставится. Ты так будешь доминировать, да? Да. Ну давай, доминируй. Видела арахнофобов то же самое, только на пауков. Понятно, пошли фобии. Сосури 24-12. Ваты я собрался тащить. Ну вот надо же быть таким подонком. Я тут ждал. Блин, Блэк ошарашить. А ты взял. Ты меня собираешься ваты тащить? Сдал, да. Паразит. Ну признайся, тебе это нравится. Что? В аду мне не нравится. Да, признайся, в аду тебе нравится. Нет. В аду тебе нравится. Ты должна это признать, я ничего не знаю. Так. Кронт, вырасти опять пиздец. Да он его уже вырастил, я его до сих пор пытаюсь срубить, блин. Неправда. Это не мой пиздец, это... Я не знаю никого с таким именем. Блин. Так, ну здесь уже, по-моему, надо делать крышу. Хрен знает из чего, и я вообще потерялся уже. Так, здесь можно поставить перегородки для сундуков. Так. А тут будет тоже сундучная. Ну, пока что вот так. А, блин! Там чё? Мам дорогая, что это было? Это мех тебе принёс. Залезай на эту штуку. Да я уже срубила. Повыше можно даже залезть. Смотри, какой мех подонок, а? Ударь его лопатой. Это я срубила. Ты срубила? Я, правда, срубила верхний слой, но почему же рухнуло всё? Что ж ты так сломала всё? Ну, Блэк, ну как так можно, а? Как так можно? Ну, Блэк, фу, пойдем спать, короче. Вон, мех виноват, короче, делаем его крайним. Да. Слушай, это прям получается какая-то, знаешь, типичная тема для осуждения. Это всякие понаехавшие, и на них все валят. Это вот то, что надо осуждать. Да я знаю, что они гонят. Что? Кто гонит? Вы два, оба два. Да кто гонит? Ну, мех гонит, да, это он был. Так, пошла я чатик читать. Точно стекла побьет. У ежика арахнофобия. У Александра Милона пипец уже почти час как прошел, как время летит. Капитан Свен, Кронблэк, смотрели Рик и Морти? Нет, я не смотрела, я не знаю, что это. Что смотрела? Рик и Морти. А, я кусочек смотрел, но мне не хватило времени посмотреть. Габриэль 44, а что плохого в аду? Там страшно и жарко. Александра Милон, мне наоборот паучки нравятся, даже я не против, когда они ползают по мне. Во, наш человек, я тоже паучков люблю. А скалопендр? Нет, это не паучки. Почему? Это не паучки. Блэк, я ничего тебе не хочу сказать, но у нас опять получилась какая-то херня. У тебя. У нас. У тебя. У нас. Смотри. Подожди, я читаю чатик. Нет, даже не так. Пусть это будут ручки. Крон, замани Блэк в коробку, а потом тащи хоть в рай, хоть в ад, хоть в пещеру. Знаете что? Вы этому не подсказываете. Ты подожди. Так, ножки. Из чего сделать ножки? А, стоп. Ножки сделать можно вот так. Идеальное преступление. Нажал Крон, свалил на Миха, а Блэк думает на себя. Да. Блэк, иди, у нас здесь сидящая хуета образовалась. Это жесть, я предлагаю так и оставить. Чё, где? Куда идти? Ну куда, к энчантеру. Посмотри на вот это. Она сидит и вытянула ножки. Ты это видишь? Да. Ну вот смотри, глаза, рот, вот это ножки торчат. И руки с коготками. Нет? Клоу поролся. Кронт поролся. Чат, я вижу глаза. Чат, вы это видите? Блин, я вижу глаза. Ну вот глаза, вот рот. Смотри, я залез ему в рот. Теперь ты это видишь? Судя по всему, да. Ужасно, короче, пиздец. Я даже не знаю, нам деревню какую-то надо... В большую ебалово. Зачем ты это построил? Не знаю. Вот. Никс видит что-то с глазами. Вот видят. Видят ли? Люди видят, что тут что-то с глазами. Одна ты, Блэк, слоупочешь. Опять же гурдат. Ну вот, да, это какая-то... Короче, я не знаю, это какая-то стрёмная херня. Ведь.
Так, ладно, надо заканчивать, уже идти в ад. Блэк, ты готов идти в ад? Нет, я не хочу идти в ад. Нет, ну мало ли ты не хочешь, надо. Блэк, надо. Надо идти в ад. О, отлично. Я нашел место, где будут стоять всякие вспомогательные хуйни. Так, пойду я выложу говнецо. Ну иди, не помри там. Я попробую. Так. Ну, здесь закроем просто так. Короче, надо ставить крышу и хрен бы на все. Кром, тебя твои постройки по ночам кошмары не преследуют. Знаешь, Шарц, я вот сразу почему-то вспомнил анекдот, когда... скажите, вас эротические сны не мучают? Доктор, почему мучают-то? Нет, ужасно. Вообще ни разу. Так, и здесь... блядь! Ну, ёб твою мать, Блэк, ты Миха покусала, что ли? Нет. Ну а чё там это, колоколянтер появился такой? Кто? Колоколянтер. Ну как ещё назвать человека, который бьёт в колокол и делает это назло всему? Колоколобоец. Колоколобоец. Колоколодрочер, блин. Так. Блин, это какая-то реально ктулха получилась с ручками, с ножками. Миг грифить надумал. Да, да, админ, бань его, он там грифит. Стопудово, баньте его, баньте, гоните его. Спрюс лок. Ой, я вот не знаю, я так старался. Пытался, блин, чтобы чатик мне сказал, что я задолбал. Звонарь, говорит, о фоке. А мне не говорят, что я задолбал. Почему? Блэк, пойдем в ад. Не хочу. Пойдем в ад, я задолбался. Я еще не выложил говно. Хорошо, выкладывай говно и пойдем в ад. Сейчас я быстренько крышу поставлю и все. Потом остальное буду дорубливать, доделывать уже потом. Короче, у меня с собой есть 16 стейков. Так. 15 ампул. Мескалина, да-да-да. Блин. Слушай, где ты это уже слышал? По-моему, мы скатываемся к вчерашнему стриму. Ай, фак. Места не хватает. Опять начинается помойка, блин, в сундуках. Ну да ладно, хрен бы с ним. Так, что это было за ревидерчик такой, а, Мих? Блэк, скажи мне, у нас... А, нет, акация у нас кончилась, да? Вот и вся акация кончилась, а? Глазастые дома. Альтернатива Муаи с острова Пасхи, пишет Вудред. Слушай, здесь Мих только что был, потом пропал, потом снова был. Да? Уплыл? Куда ты уплыл? Жесть какая. Ну хорошо, радуйся. Только потом деревню проверь, а то, знаешь, вдруг там ложечки пропали или еще что-нибудь. Или новые жители появились. А, кстати, да, я вот буквально недавно видел нового жителя. Это, наверное, Мих мимо проплывал, стопудово. Вот к гадалке не ходи. Так, Короче. Варьер, Крон, зачем звать Блэк Ват? Просто поставь в одну коробку, жди. Спиздил себе невесту из деревенских. Вон, все, админ Миха сдал. Ужасно. Так, это похоже на правду. Все будет квадратное. Почти. Ну, здесь, я думаю, потом что-нибудь я с этим сделаю. Текс. Рыть. Как-то так. И вот так. Пипец, ну вы же извините, ребят, то я просто сегодня задроченный, у меня ломка без построек, так что придется вам с этим немножко еще пожить. Зато я потом отведу Блэк в ад, и там ее оставлю. Ты же рада, Блэк? Охуеть как. Я знал, что тебе понравится. Блэк. Проксимус, вопрос. Мих появился, это первый признак появления Евгеши? Ну, честно говоря, не знаю. Вопрос к Миху. Ой, прошу прощения. Голос продолжает упарываться. Тыкс. И надо наверх. Надо. Ёжик, схвати овцу, скажи, что перережь ей глотку. Блэк пойдет на все. У тебя устаревшие сведения, ёжик. Я бы сказал, что нужно хватать котика, и Блэк пойдет на все. А вот за котика можешь лопатой огрести. Вот, видите? Я еще даже никого не схватил, а Блэк уже... пришкварилась. Проблема только в том, что на это не пойдет Кронт. На что, на овцу? На котика. На котика? Че это? Ты не пойдешь. Ты думаешь? Ты не пойдешь. Ты в этом уверена? Да. Так вот, теперь самое интересное.
полублок будет в верхней позиции. Теперь упор твоей шляпку, говорят. Нет. Так. Чё? Реально есть. А, слушай, теперь упор ты похож, знаешь, на кого? Ну. Блин, как же его? Мультик-то был. Изумрудный город, там был хрен в шляпе железный, который все сердце себе искал. А, железный гомосек? Осуждаю. Да, осуждаю. Дровосек. Железный осуждаю, да. Так, я не вижу. Вот встань на мое место вот сюда. Ходит он. Крон, пойдем на концерт Радио Тапок. Спасибо, конечно, но нет, я не пойду на концерт Радио Тапок. Ребята, у меня времени на жизнь иногда не остается, а вы предлагаете концерты. Я боюсь, что... На это я пойти не могу. К тому же, смотря где это будет, мне из своей жопы мира еще выбраться надо. Осуждаем, осуждаем, да, безусловно, осуждаем. Но это просто вспомнилось, был этот косплей, типа, на эту штуку. Не косплей, а как это называется, блядь? Вот что? Это вот фанфик. Вот. Не надо. Не открывай ящик Пандоры, я так понимаю, ты хочешь сказать. Да, не говори это слово, не надо. Ну, поздно, можно поздно. Можно насумонить... В общем, можно на сумму. Поздно всякого. Он уже открыт. Так, ладно, я все понял. Придется тратить железо. Москва это жопа мира, спрашивает Габриэль 44. Ну, ребята, вообще-то до Москвы мне еще надо добраться. Так-то по-хорошему. Круто, свети крышу зачарования. Через дорогу перейти, добраться до Москвы. Так, опс. Говно случилось. Сука такая, а. Как же... Тебя забрать-то. Так. Блин. Ну это, конечно, подлинка. Ты что там прыгаешь-то, я не пойму никак. Я пытаюсь забрать кусок доски, который не хочет, сука, забираться никак. Ладно, блин. Ради одного куска доски приходится, видишь, сколько всего намострячивать. Вот. Все, забрал. Крышу зачарования осветить, чтобы там не появлялись мобы, я так подозреваю. Предлагают. Внутри, по крайней мере, я осветил, и я думаю, этого будет, наверное, по большей части достаточно. Фонаря должно хватить. А вот что, снаружи... Крон, плавки короткие, пишет батарейка. Да, блин, короткие. Что в этом такого? Вы так говорите, как будто короткие лапки это что-то плохое. Может быть, короткие лапки это вообще эволюционное достоинство, которое... А это вовсе и не лапки, да? Сказал Крон, ты густо покраснел. Так, короче... Я не знаю, поставим пока вот так фонари. У меня пока мысль не приходит, как нормально эту крышу сделать. Хотя, стоп. Ну-ка, нет. Крон, скажи честно, ты манчкин. А манчкин в каком плане, скажите мне? В плане коротких лапок, вероятно. А, ну, наверное. Они местами короткие, да. И прыгаю я плохо. И вообще... Посмотрела, где Щербинка, пишет Габриэль 44. Не так уж и далеко, даже Бунинская ветка метро рядом. На самом деле, она ни хрена не рядом. Это только кажется, что рядом. Кажется, что рядом, да. Так, и... Вот теперь эффект будет полным, Блэк. Можно поворачиваться? Я думаю, вот так. Нет, ты повернись. Я думаю, вот так и надо оставить. А с крыши я потом что-нибудь придумаю. Слушай, вот отсюда, с этого ракурса, когда вижу Enchanter, это еще и зубки такие беленькие торчат. Да? А ну-ка, подойди, отойди. А, ну да. И языком верти так. Так, у меня там никто ничего ничем не вертит, не надо грязи. Так, все, короче, Black Enchanter я сделал. Будем считать, что он сам по себе охуенен. Дайте ему имя. И... Блэк, дай Энчантеру имя. И пойдем уже это. Нет, я сначала... Поставь дверь из акации. Нет. А дверь из акации, это получится зубки. А нам-то нужно, чтобы был большой открытый рот. Зубы здесь не нужны. Дайте ему имя. Проглот. Джигурденок. Так. Я чувствую, джигурда у нас вообще пользуется каким-то феерическим спросом. Крон, слева на колонну забыл поставить полублок. Да? Да. А там у меня были полублоки разные? Не знаю, опасных разве? А разве были полублоки? Сейчас посмотрим. Экспасос. Жесть. Народ, ну у вас фантазия. Хотя бы один люк закрытый снизу. А, вот здесь имеется в виду. Ну тут потому что дерево было. Ну да, надо, наверное, сразу поставить. Блин, короткие лапки мешают. Все. С коробками. Везде должны быть коробки, да, Блэк? Почему опять коробки?
спрашивается. Ящики должны быть. Джигурдонатор. Крот несимметрично. Да ладно гнать, все симметрично, все нормально. Вы меня просто стебете уже. Все должно быть симметрично, ничего не знаю. Короче, вот. Все, Блэк, готовься. Вазелинься и так далее. Мы идем в ад. Не хочу. Я задолбался. Мы идем в ад. Нам Крот, нужны палки. Крот, топор просрешь. Нам нужны палки. Палки нам нужны. Хочешь палок? Не туда. Чё? Не туды. Как там чё надо поставить туды, чтобы зубы были? Дверь. Ну, это будет не то, Блэк. Как это не то? Ну, блядь, я говорил. Я говорил. Это не дверь. Это не дверь. Это люк снизу. Да зачем? Ну, смотри. Прикольно же будет. Блин, а? Прикольно будет. Смотри. Вот. Вот, вот. Показываю. Раз и навсегда. Вот. Видишь? Нет. Это нос. Ну, это... Теперь совсем железный дровосек стал. Посмотри. Это... Все вылитый. Просто вылитый. Ну, короче, не знаю. Ладно, пусть стоит. Хрен с ним. Пошли в ад уже. Я не могу. У меня уже подгорает. Я хочу в ад. Пойдем. Нам нужно палок. Нам нужно... У меня есть палки. 54 штуки. Так, хватит упарываться. Короче, я иду за едой. Потом мы идем в ад. Запомнила? Точно запомнила? Я вот этот меч даже... Я даже кирку оставлю. Вот, кстати, да. Воду еще сильнее пригорит. Кстати, не исключено. Кстати, я оставлю все хорошие кирки. Так, я оставляю хорошую лопату. Оставляю хорошую кирку. Возвращаю свою предыдущую. Оставляю хороший меч. И, пожалуй, за едой. Вот и я. Все. И каблы надо взять. Или не надо? Каблы, ну возьми. Ну, я, наверное, готов. Возьми лопату, вот и будет все прекрасно. Я зимут. Но это подлинненько. Назови энчантер железный капидастр. Ну, ребята, он же все-таки не железный. Сосури 24-12. Ну, он каменный. Его можно назвать как-нибудь... каменный... Блин, все какое-то странное в голову лезет. И крутится вокруг высасывания и всего прочего. Блэк? Че? Ты где? Дома. Пойдем. Каменный гост. Я твой мат, да? Пойдем, пойдем, слушай. Поехали, ад покажу. Гастов смотреть будем. Кстати, о гастах надо взять лук. Блин, точняк, бери. А у нас они вообще... А что ты расставил? Рот-то открытый оставил. Сейчас тут товарищ один. Нормально. Кстати, насчет открытого рта. Так, я думаю, стрел должно хватить вот так. И лук, наверное, каменный, да. Каменный джигурдастер. Так, короче, насчет этого рта большая проблема есть. Вот через эту дырку, оказывается, туда залезают кошки. Я пока здесь копался и видел, короче, кошка. То есть у нас в аду есть кошка? Да. Она заспавнилась, запрыгнула на решетку и засунула в портал ебальник. Посмотрела туда, вопросительно мявкнула, и, конечно, бум, и всосалась. Жесть, так что там где-то внутри кошка. Пошли, будем ее искать. Грунт можно снаряды гастов мечом отражать. Я это помню, да. Вот так вот. Ай, нет, не так. Как-то... А, стоп. Для этого, наверное... Ой, блядь. А, ну да. Все, Крот, я погуляла, я пошла обратно. Нет, нет, вернись. Блэк, нет. Вернись. Нет, вернись. Я пошла обратно. Вернись. Твою, налево, иди сюда. Мелкая полежуйка. Кошку видишь? Нет. О, я кошку вижу. Я ее вижу, вон она. Где, 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 где? Слева. Реально кошка, слушай. Я тебе говорю, вообще, жесть. Не ходи туда, дура. Нормально, слушай, она в аду пасется уже минимум двое суток. Ей, по-моему, это. Она уже здесь как своя. Она сгорит же сейчас. Да не сгорит она. Ну, хочешь, потуши огонь, но это, по-моему, бесполезно вообще. Вот смотрите, Блэк, ее можно шантажировать только котиками. Ай! Твою налево, это было близко, писец. Короче, Блэк, пойдем. Пойдем за палками. Вот, кстати, да, Элтаниус говорит хорошую вещь. Закрывая с собой проход в ад, резкие могут захаживать. У нас же там зубы открытые остались. Ну, тогда, значит, здесь нужно делать. Ну, ладно, давайте временно сделаем вот так, наверное. Да. Опять спасение котиков. Пойдем. Нет, я надеюсь, что сегодня хватит спасения котиков.
Я думаю, эта кошка будет здесь жить и размножаться. С кем она будет размножаться? Со свиньями? Ну, нормально, свинокошка. Прекрасно же. Так, нам сюда, наверное. Если Чанг с порталом выгружен, они не зайдут. Ну, я бы вот не был насчет этого такой... А это, блин, что вообще? И куда? Я бы не был насчет этого так уверен. Ух ты. Куда нам идти? Простите. Так, ну, судя по всему, вот сюда рельсов нет, значит, нам надо идти вот сюда, я подозреваю. Лэг. А, блин, я вас путаю, оба одинаковые, алмазные. В крепость туда? Куда? Ну, вот тот Бин прибежал, говорит, крепость туда. Хер ли у вас рельсы не проложены? Блин, не стой в аду. Сейчас бы, блин, ушли не туда, куда надо. О, Марквейшество. Чё-то ты подзадержалась. Приветствую, Маква. Блин. Чего? Ты опять продолбался? Чё, где? Вот я перед тобой стою. Там? Где? Упс! Вот это варп! Это был не я, это был Арт. Это был... Так, ты где? Я у портала, у Большого, всё ещё. Туда, где нет рельсов, иди. Тут только что были рельсы, теперь их нету. Так, только что были в другой стороне. Всё, иди за мной. Видишь, нас даже целый админ сопровождает, а вот этот вот низкий потолок меня пугает, и я все время боюсь за него зацепиться. То мозг большой. Так, это... А вот и продолговатый оранжевый модератор. Да-да-да. Морковный чопик. Ай-яй-яй. Ну, пипец. Хоть. За что я не люблю ад? Заходишь в ад. Газ орёт. Под ногами админы путаются. Би-админа, пишут. О, крепость. Да. Так. О! Стоп. Так это вообще-то никакого челленджа. Слушай, это получается... Это моя схема? Хотя нет. Или моя? А, да. Моя. Ну да, моя старая получается. А что там происходит? Все, это... Все, вот оно. Блин, надо было меч на лук взять. Слушай. Ну, построили, ребят, скажем так себе. Где лампы, я не знаю. Где ковер, где засасывание. Ну что это такое, а? Надо построить здесь нормальный спавнер, показать вам, как это делается. А что делать надо? Вот, все. А зачем вообще кнопки? Можно я загляну внутрь, а? Можно, можно? Я загляну. Так. Так. Так, это у нас... Подъем сюда. Повторитель, повторитель. Это у нас... Кажется... Так, ага. Это, правильно, это включение. Схема задержки. А вот это. Что это? Байлер, я вижу твое сообщение, но вклиниться в монолог Кродо мне не представляется возможным так, в принципе. Вклинивайся, вклинивайся. Ну, там уже второе сообщение, что спасти котейку. Спасти голову котейку минимум на пару стрим. Было и два. Ну, я думаю, что будет... Хотя, а вот скажите, котейку же шлейкой по логике можно, да, зацепить? Так я отойду, чтобы гасты не орали. Это душилка, да, это старая душилка, которая была создана мной году, это в 13-м, наверное. Я, честно говоря, не помню, у меня были лампы, по-моему, которые показывали, как все это дело работает. Вот это, по-моему, да, Арт, так, ну, Арт, что у вас где здесь? Что на какой кнопке? По-моему, вот это душилка, да? Нет. Вот эта душилка слева запускает, справа душить. Так? Так, давайте сделаем проще, чтобы... Вот так вот, чтобы было Блэк слышно. Корейку можно поводком. Корейку. Ой, блин. Кронт. Ау. У меня, если что, уже 6 палок. Пойдем домой. Да? А еще мне Арс подогнал поводок до корейки. Ой, тебе до котейки. Уже, до котейки? Тебя уже напихали, да? Мы уже напихали, да. Пойдем корейку ловить. Я не понимаю, что они тут сделали, но как-то схема должна явно работать не так. Я, конечно, с трудом помню, что я тогда наворотил, но вот здесь должна быть закрывавка. Кронт, я сейчас шлейку на тебя надену. Пошли домой. Ладно, ладно, подожди. 10 плейс-родов. Хорошо, я согласен. Пойдем домой искать котейку. О! Че, голова? Где? Ой, ну пойдем отсюда, пойдем отсюда. Так. Так, пока можно
Я что-то профокапилась, мне в такие моменты пинка очень не хватает, пишет Наква, ну блин. Я предупреждала Марку за пару часов. Ё-моё. Так, куда теперь? Итого, нам не ответили, на шлейку кошаки сажаются? Да, он мне для этого шлейку и дал. Ты понимаешь, что тебе будет очень сложно зацепить его шлейкой? Это почти, миссия почти невыполнима. И ты представляешь, как его будет мотылять на этой шлейке, когда он начнет вороваться? Это писец будет. Ну, я попытаюсь, конечно, кошака загнать к тебе. О, слушай, точно. Чё? Ты приседаешь. А я, соответственно, это, во, пишут, дикие не сажаются. Вот так вот. То есть за рыбой идем. А смысл? Ты хочешь рыбы подманить поближе или что? Или как? Ну да, приручить его и на шлейку посадить. Ха. Так, где он? А он сбежал. Ну, значит, шлейка будет предназначена тебе. Чё могу сказать? Слышь. Хо-хо, не хо-хо. А я не вижу его вообще, в принципе. Так-то. Я вижу Гаста. Давайте Гаста на шлейку посадим. Пипец, слушай, ну... Я кота не вижу. Может, он назад уже просто забежал, а? Такое ведь возможно? Ну, я думаю, что на это очень маленький шанс. Очень-очень. Но если он упал вот туда, то... Приземлялся явно на четыре лапки. Так, спасение котика все-таки будет. Где? Ну, оно было бы, если бы был котик. Котика нету. Вот это вообще нету можно... Нету тела, нету дела. Да, нету тела, нету дела. Это, вот это можно закрыть, я думаю, вообще. Вход. Я, говорит, подсвечиваю. Не видите? Нет, котика нет. Короче, его, походу, гасты сожрали, суки такие. В общем... Копните кварцы пока в аду. У нас кварц есть. Мы же, в общем, кварц не первый раз спустились. Я котика не вижу вообще. Следующий приход с зомби ларек с шавером уже построит. Котейку жалко, да. Но это вопрос только, если она не свалила куда-то далеко. Ладно, Блэк, погнали обратно. Домой. Раз такое дело. Зачем закрыл начальника? Ну а как? А куда? Там... Куда выход-то? В никуда? Такую маленькую избушку можно и так обойти. А вот ой, котики отсюда разбегаются. Божечки, как хорошо дома. Ой, что-то голос у меня просто в хлам. Я чувствую. Как и мозг. Ну что, котейку видишь? Ну... Нет. Нет? Mm-mm. Ну, значит, в аду осталось. Вот так, будем умней. Короче, надо что-то с этим делать, и я подозреваю... Слушай, Блэк, есть идея, подкупающая своей новизной. Точнее. Что, опять? Да. Мне уже страшно. Сейчас я тебе скажу. Раз. Даже так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... 17 ковров сделай, пожалуйста. Да, 17 долбанных ковров. Любого цвета? Ну, желательно одного. Цвет желательно, чтобы был единый какой-то. Да хотя бы даже и белых, в общем-то. Ну, сейчас мы сделаем так, чтобы сюда к нам никто не заныривал в портал, по крайней мере. А я сделаю 17 табличек тем временем. Для этого мне понадобится куча дерева, я так подозреваю. Чтобы к утру выткать ковра. Так. Огыть. Ну, немножко переборщил, ладно. Слегка перебор. Хрен бы с ним. Так, выкапываемся. В общем, короче, я разочарован. Я-то думал, я затащу Black Watt. Там будет адское пекло. А там, не пойми, что есть сбоку, бантик. И кошка, которая вообще от нас съебала. Ать, не туда. Не туда. Короче, в ад нужно идти не так, я понял. В ад нужно идти, куда глаза глядят. В следующий раз пойдем. Ты готова? Нет. Почему? Вот, ребят, я не знаю, я Блэк в ад не могу заманить. Вы уж извиняйте. Но она туда не хочет категорически заходить. Я не люблю ад. Так, раз, два, три, четыре. Давайте пять.
Вот почему ты не любишь ад, скажи? Газ-то ведь прикольный. Там страшно и жарко, я же говорю. Ты не любишь, когда жарко? Я не люблю, когда страшно. А, то есть жара тебя не смущает. В Энд пойдете? Нет, все. Лучше вот. Вот, видите, мы ее уже уговорили. Как удачно я зашел. 16 ковриков. 17. И 17-й белый. Хорошо, белый будет посередине. Отлично. Пусть будет так. О, стоп. Так, где я проебался? Понятно, где я проебался. Так, так. Так. Убрать вот это. Убрать вот это. Ну и нехай гниет. Погнали. На тебе коврики-то. Таблички. Подожди. Один. Мне тут еще, блин, ставить 17 табличек. А ты говоришь коврики. Блин, а здесь-то куда? Ага, сюда. Сюда. Такс. Жить. Главное сейчас может, самому на минуточку паузу посторонним Б. Подлечить голос, пишет Александр Милон. Я думаю, что мы на самом деле скоро потихонечку будем в сторону заквадрачивания смотреть. Да, ну на самом деле завтра рабочий день. Нам об этом даже говорили, что... Ребят, типа, что вы делаете рабочий день? Ну, это вообще абсолютно логично. Мне, честно говоря, еще работать надо сегодня, поэтому... Так. А, ну да, все правильно. Короче, где-то накосячил, где-то напорол, но будем считать, где-то что... Где-то несимметрично. Где-то несимметрично, да. Ну, для меня это уже почти что норма. Так, куда ты положила ковры? В нижний сундук. В нижний сундук. Крон, жрать, орёт тебе Кенни. Спасибо, я уже пожрал. Спасибо, спасибо, хорошо. Не разговаривай с набитым ртом. Слышь, хитрая, да? Эть? Ну вот, и я думаю, вот так сюда уже никто не влезет. Так. Главное, ковры случайно не сбить. А что там в воздухе блоки висят над энчантером? А это, наверное, дубинушка не дорубила. А, блин. Это мы дорубили дубинушку, это висит, блин, остатки портала старого, да. Это надо убирать. Короче, вот. Новый концепт. Зайти нельзя, выйти тоже. Я думаю, это должно сработать. Наверное. Как-то вот так. Да, Блэк? Ну, посмотрим, посмотрим. Ты. Так, вот это могло быть фиаско, кстати говоря. Так, сейчас мы это дело проверим. Ух ты, как там прикольно. Так, да, это... Твою мать. Ты продолбал коврики? Табличку. Я продолбал табличку, я хотел просто поставить сюда нормальные, собственно, штуки-дрюки, придется спускаться за табличкой. Ладно, хрен уж с ней. Рыть. Поднимаемся. Я хотел поставить сюда нормальные факелы. Для этого мне нужно, скажем... Язимут пишет, замените уже два блока реда на шерсть у Джигурдата. На шерсть. На самом деле шерсть смотрится не очень хорошо. По-хорошему туда нужно ставить этот... как его называют-то, блин? Блин, с башки вылетело. А еще можно цемент. Поставить красную терракоту, либо цемент, да. Цемент. Туда нужно ставить цемент определенно. И это должно быть нормально, на мой взгляд. У меня тут еще белые таблички образовались. Тесла, 1997. Здравствуй, Кронт. Я уже столько лет тебя смотрю, что сам в шоке. Да я сам в шоке, сколько лет я этим занимаюсь. Вы что думаете, я не в шоке? Тут иногда назад оглядываешься, и там просто писец уже. Так, нет, нужны факелы. А, Блэк. Чего? А ты можешь сделать фонари? Две штуки. Вот из этих, из капелечек? Да. Ну, могу. И, короче, поставить их на вот эти хрени. А я пока вернусь сюда вот. Кстати, Блэк обещал еще на позапрошлых стримах нос поменять. Нет, я обещала про это напомнить. Ну, как-то не напомнил, так. Ладно. Я думаю, этого хватит. Кнопку снизу под нос. А, да нет, а нормально все с кнопкой. Там просто она засвечивается от редстоуна, вот эта вот штука. Это не страшно. Просто надо заменить это дело на что-то вменяемое. И все. И все будет нормально. Так, ладно. С этим разобрались. Сегодня абсолютно дурацкий стрим. Вы уж извините. Мозг был сломан, и вот что нужно сделать. Нужно вспомнить, как делается алхимический стол, потому что нам нужен жрец. А, как вам Бривинг Стенд, по-моему? Куда положить Блэйс Рода? Да.
О, да он из Каблы. Ха. А, стоп. Уже один лежит. Блейсроды... А может, всем домам носы приделать? Слушай, а давай блейсроды, наверное, пока к железу кинь. Вот тебе еще гена на. Внешний сундучок? Да, внешний сундучок. Нет, всем домам носы мы приделывать не будем, но это чересчур, по-моему. Но вот это вполне получилось само по себе, хотя я, честно говоря, дверь убрал бы. Неужели будешь самогонный аппарат делать? Нет, не буду, но для начала я хочу поставить стойку куда-нибудь, хоть куда-нибудь, чтобы у нас завелся хоть кто-нибудь. Блохи, что ли? Ну, не знаю, как у вас, кошачьи, а я вообще-то имел в виду, что у нас должен завестись жрец, потому что, когда я сегодня ходил качаться, докачиваться, там два двойных сундука гнилого мяса. И нам пора, кстати, спать, хорош греметь. Не греми костями. Я не костями, я стулом. Он у тебя твердый? Он у меня гремящий. Ужас. Ужасно. Фу-фу-фу, Блэк. Кнопка должна играть роль дизайнерской сопли, а не чинить люк портала. А, имеется в виду, что кнопку типа как бородавку. Ну, в этом, конечно, что-то есть, да. Наверное. Но для этого все равно нужен нормальный нос сначала. Какое нужно рабочее место для священника? Ну, вот именно такое. Варочная стойка. Если вы не помните, то вообще-то раньше священники вполне себе варили всякое разное. Очень, знаете ли, они любили это дело и ценили. Так, надо, по-моему, уже сжарить остатки. Ать! Подлагнуло. Сжарить остатки, золото, железо. Ну вот, что-то уже вменяемое у нас, по-моему, есть. Ковры. Блэк. Чё? Короче, в ближайшее время нам явно надо... Да, помявкать и заняться тем, что сделать хотя бы хоть хуёвенький на склад. Как говорится, нужны хоть хуёвенькие на уши. Может быть, мы пойдем на дневной переход и там сделаем склад? Нет, давай мы склад сделаем там, где мы живем. Ну а что, прикольно же будет. Пойдем в поход, остановимся, сделаем склад, вернемся. Хорошо, договорились. Но только каждый раз, когда что-то будет нужно, туда будешь бегать ты, согласна? Нет, конечно. Тогда вопрос, я считаю, закрыт. Абсолютно точно. Зараза, вам нужен чат-читатель специальный. Ну, извините, народ, я правда не успеваю и читать все, и тут что-то хоть что-то делать. На самом деле, чат-то мы стараемся читать. Просто честно признаюсь, вот сейчас, да, я готов повиниться. Я обычно стараюсь больше внимания чату уделять. Но просто сейчас я, вот, да, как в который раз себя ловлю на этом месте, и в который раз про это забываю, я тупо залипаю. У меня сегодня, вот, я весь день, фактически, с самого утра, как проснулся, я работал. Поэтому мозг у меня съеден. Конечно, возможно, стримы в таком состоянии не лучшая идея. И раз такое дело, раз на это идут жалобы, надо подумать в эту сторону и в следующий раз не стримить в таком состоянии. Но, тем не менее, как-то так, такие дела. Так, и вот опять забыл выложить блок. Я мечусь туда-сюда и даже забываю выложить блоки. Вот о чем, собственно, идет речь вообще. Александр Милон, я вообще вторую половину рабочего дня проспал за столом. Ну вот. Состояние у меня, да, примерно такое же. Овощное, мне еще целую ночь работать. Причем при этом. Ну, по крайней мере, половину ночи. Ну и что-то там закрылось, скажи. Я спряталась. А, что? Спряталась я. Так, ладно, давай хотя бы закончим энчанта, раз у нас сегодня все настолько подраз. А мы больше не закончили? Ты не хочешь туда сундуки, например, поставить? Нет? Совсем не хочешь? Да, ну можно, конечно. Я же не знаю твоей творческой задумки. Ну, короче, смотри. А, он в тенычи... Сундук, сундук. Ну, огрызок сундука. А зачем ты поставил сундук вот сюда, который над... В середину? Да. Ну, потому что вот этот блок, он сдвигаться не будет, в принципе. Плюс тому, если ты стоишь у энчантера, в этот сундук удобно класть лазурит. Собственно, ты можешь его сюда уже перетащить, повесить табличку и воткнуть лазурит. И просто к нему удобный доступ получается. По-моему, справа было бы удобнее. Да вот ни хрена. Ни хрена. Ну, как знаешь. Так, нужно поставить еще. Еще одну штуку. Кажется, она делается из этого. Из вот этого. И из палок.
О, это будут палки. Если мне не изменяет память, делается это так. Блок, блок. Можно еще несколько дней вообще не спать, и потом стрим. Я тогда думаю, что тогда это будет, блин... Не то, что танец маленьких овощей. Тогда просто ничего не будет. Зомби будут нашаровать. Просто ничего не будет, Блэк. Если пару дней не спать... О! Нет, не буду. Не буду это забирать, пожалуй. Так. Ой, у нас есть автомусорка? Да. Ты только проснулась, я ее сделал уже 2 стрима назад, если не 3. Нихрена себе. Я слушай, еще... я пойду что-нибудь выкину. Я тебе еще в тот раз говорил, выкладывай. Так, что я делаю не так, простите. О, да, я все делаю не так. Итого, нам нужен аппарат для снятия энчантов. Допустим, вот сюда. Текс. Ты уже лазурит приперла? Нет, а какого хрена? Это сейчас тапок в мой огород, что ли? Да. Еще какой? А у нас ты там... мне про это сказал? Да. Я же тебе сказал, перенеси сюда лазурит. Поставь табличку над сундуком. Поставь один кусочек лазурита внутрь. Можно с вами торгануть. Что на что? Табличку тебе еще сделать? Да. Ух, едить, как табличку, ладно, я могу и сам сделать. Я уже делаю, уймись. Делаешь? Кожу один к одному. На что? Кожу на что, простите? Так, ух, хер, я сюда пришел. Я сюда пришел сделать в сундуке. Almost dead dude. Почти мертвый чувак. Подписывается при помощи Twitch Prime. Спасибо, почти мертвый чувак. Спасибо. Блин, какого хрена у меня постоянно остается долбанный огрызок? Открой чатик. Закрой чатик, открой чатик, закрой чатик. Написал же. Блин, стримы без ответов на вопросы. Поиграть, поржать, расслабиться. Поддерживаю Азимута. Стрим Храпа Блэка Кронда под видеоряд из Майна. Железо на кожу, один к одному. Железо на кожу. То есть мы тебе железо, ты нам кожу. Да что-то как-то нет, не пойдет. Обратно, кстати, тоже не пойдет. Неинтересно. Вот золото взамен на кожу мы бы еще поменяли за нашу кожу. Наоборот. Он нам железо? Ну, нет, за золото. Золото давай стучить. Золото, золото давай. Эй. Слушай, ну там у Марквы, насколько я помню, были коровы, которые она готова была отдать. Так что... Продать? Да, можешь вполне к Маркве. Обобью дверь кожей заказчика. Вот нам самим сейчас нужно железо. Конечно, нужно, да. А для чего нам золото? Рельсы, я так понимаю, он хочет делать. Золотые рельсы. Ну, мне нужно золото на рельсы, определенно. Определенно, да, золото это must have, а его у нас всего-то, всего ничего, прям скажем. Так, я сюда пришел, чтобы взять железо. И чтобы сделать 6 блоков. Так. Короче, что вот. Нести, сколько кожи так. Отдадите, посмотри, какой настойчивый. Блин, я не знаю, вот... Что мешает человеку пойти и договориться с Марквой? Тем более, что Марква уже здесь. О, блин, ну правильно, вот золото упомянули. Подсказывают, Кронт нужна ферма золота, пишет мистер Саврос. Ну, конечно, с одной стороны, да. Блэк. Чё? Принимай работу. А, стоп, у нас наверху есть уже свет, но на всякий случай... Факел повесим. Мешает то, что как минимум морква не на, не на сервере. А, ну, так положите в сундук. Ну как? Пойдет? Ну, если учесть то, что я сама повесила туда табличку, то да, конечно, пойдет. Ну, нормуль. Я думаю, вообще огонь. Ну, смотри. А сундуки, соответственно, под книжки. Я думаю, надо еще 4 сундука даже сделать. Сейчас я принесу их. Тын-тырын-тын, тын-тырын. И рыть вот так.
То есть ты осуждаешь от энчанта, да? Нет, ты что-то взял? Блин, как-то ты восторгов не высказала. Ой, как прикольно получилось, Кросс! Смотри, я прыгаю от радости, смотри, блин, как круто, клёво! Будешь ли ты строить новую ферму на спаунере пещерных пауков? Теперь можешь прыгать. Да все, уже отпрыгнулась. Хаудитон, спасибо. В смысле новую? В смысле новую конструкцию фермы? Прыгай давай, говорю. Уже попрыгала, все. Еще прыгай. Все. Еще. Сука, не успел сундук поставить. Ну и ладно, все, я на тебя обиделся. Вот, касательно фермы пауков. Вас интересует что? Туториал по новой ферме или что? Туториал будет в ближайшее время. Я планировал начать туториал с этой недели. Ферма пауков пещерных новая входит в это, если я ее засниму. Вот, что касается остального, да я думаю, хватит пока сюда. Есть стримеры, поздравьте меня уже, пишет Ёж. Мы тебя поздравляем, а с чем? Я так меняю с днем рождения, да? А, не знаю. Ну, было же вчера, по-моему, что нет, день рождения. Нет, это был не Ёж. Не Ёж? Нет. Точно не Ёж? Абсолютно. Факел убери из руки, чтобы проверить освещение. Ну, это, конечно, можно сделать, но вот, пожалуйста, факела в руке нет. Все нормально, это висит лампа, она хорошо освещает. Более чем. Но здесь, конечно, ну, порядка 12, наверное, освещения. А в максимуме вот здесь. Тут, ну, я думаю, 9-10. Спавниться здесь никто не должен. Вы просто спавнер нашли, а ферму не сделали, пишет Язимут. Ну, спавнер мы нашли, насколько я помню, где-то вон там. Да, Блэк? Не помню. Можно сделать ферму. Че, в следующий раз пойдем делать ферму пещерных пауков? Может быть, тогда это будет стрим без меня? Нет. Кто будет копать? Ты. Кто будет защищать? Ты. Ты мужик или где? Ну, все, тогда я тебя вычеркиваю, больше ты на стримы не ходишь. Сука, какая, а? Да вот, ну и хрен с тобой, я спать пошел, у меня вот даже ноги не ходят. У меня теперь ноги даже отбитые, что ты со мной сделал? Ну, напинай теперь меня до конца уж, ладно. Эбля, сука, какая. С переездом, переездом. Абсолютно бесчувственная тварь. Бери волшебную лопату. Я не могу пока ее взять, она спрятана. Я не хочу показывать, где. Так. Теперь тебе еще надо верстак поставить чарки, подсказывает Язимут. Так, ну... В принципе, идея, конечно, наверное, годная. Спасибо. Только остался вопрос, куда его поставить. Так, чтобы он был адекватно. Теперь Крона будет приходить к Блэк и стримить из ее квартиры без нее. Да я из своей квартиры буду стримить просто и все. Так, ребята, для верстака-то места и нету, разве что над входом повесить, но это как-то, блин. Кто скажет, куда можно поставить верстак вот в этом раскладе, чтобы, блин, не нарушать пэншуй? Я места такого не вижу, разве что под табличку только, но это будет не особо удобно. Ну, либо вот сюда в ноги. Батарейка, не хочешь показывать или спрятала и забыла куда? Нет, я не забыла куда, я не хочу показывать. Ха! Почему всегда Кронг Блэк приходит стримить, а наоборот никогда? Ну, наверное, потому что у Блэк нет возможности комп-то таскать. Ну, вот ты могла бы хотя бы... Нет, не могла. Ты, я честная. Ты, почему ты меня ненавидишь весь этот стрим, скажи мне? Ты меня в ад протащил. Да это, блядь, была вообще легкая прогулка. Тебя там кто-то трогал, обижал. Да, меня потрогал свинозомби. Тебе понравилось? Нет, я больше не хочу такого опыта. Зато там была котейка. Была, да сплыла. Ну и все. Сплыла по лавовой реке. Блин. Чего? Сплыла по лавовой реке котейка на заре. Сплыла, да, там. О! Нах, пошел. Может, он котейку принес? Чего ты его сразу бьешь-то? Ну, может, эта котейка их оттуда уже выживает. Ты понимаешь? Свинозомби сейчас ломанутся. Эй, слушай, ты кого-то напустил. Маленький злобный щипит. Не рядом с столом зачарования, а в ряд с полками. А, вот сюда. Кстати, да. Покажи на этой кукле, где тебя трогал свинозомби. Согласен.
Согласен, поставим его сюда. Я думаю, все, на этом энчантер можно считать законченным. Хотя это будет не особо удобно разворачиваться, чем под ноги посмотреть. Ну да, все. Затем я объявляю энчантер под названием «Стрёмный ебал сосало» открытым. Можешь прыгать? Слушай, они вот в чатике вот. В майнерском какую-то задумывают, блядь. Яд, блядь. Трудно убегать от Блэк на сломанных ногах. Короче, я доминирую, не трогай меня. Мясом по жопе хочешь? Нет. А получишь. Себе по жопе мясом дай, собака страшная. А, так, ладно, хорошо. Полстрима мы просрали в итоге. Но, по крайней мере, энчантер я сделал. Надеюсь, что энчантер вам понравился. Потому что мне, в общем... Если не считать стрёмные двери, энчантер зашёл. Я бы на твоём месте, на самом деле, думала о другом, понравились ли мы ему. Все, как он нас смотрит. Да он смотрит явно, он такой, типа, охереть! Хотя нет, ты знаешь, это есть такой мем, там, смайл такой, со сжатыми зубами, губами, типа, what the fuck? Вот это, fuck это, оно, по-моему, и есть. Итак... Блэк пощупал свинозомби смотреть без смс-регистрации. Вместо сундука верстак, сверху сундук, на него рамку. Вот, ребят... Вот этот квадрат с каблук так останется? Нет, сейчас я его уберу. Убери, да, каблук, а я пока покажу. Рамка на сундук неудобна, она закрывает почти весь сундук. И лазить туда, конечно, лазишь два раза за заход, обычно, да, за лазуритом. Но тем не менее. Кстати говоря, можно взять книжки, сюда перетащить. И зачерить книжку. У меня земли нет, так и останется пускай. Чё? Давай что-то воды нальем. Нет. Блин. Нет, я зиму. Это еще не пока, но уже на самом деле близко к тому, потому что мне все-таки нужно идти работать. Увы, к сожалению, ребят, я сегодня ненадолго к вам заглянул. И к вам, и к Блэк. Мне нужно идти работать. Да и, в общем-то, я думаю, большинство из тех, кто нас смотрит, завтра на работу. Молодец, справилась. Вот, стрим сегодня у нас получается достаточно коротким. Ну что ж поделать, что вот так это вот он, у нас... Это он обычный, это он по сравнению со вчерашним коротким, кажется. Нет, он короткий, хотя... Так, блин, куда бы... Час 46. Книжки Если положить... это короткий, то О, я балерина. Книжки будут лежать здесь. Ну слушай, обычно у нас стрим получается часа на два. Давай уж быть честными. Ну, час 46. Смайт 4. Пусть будет так. Час 46, но это же не 2 часа. Ну хотя это больше полутора, тут спорить не буду. Юзик, ты же какие страсти пишешь в чатике, какие вены не надо. Кстати, думаю, что резонно хранить книги с чарами тоже в энчантере. Да, абсолютно точно, я обычно делаю 4 сундука. Собственно, это базовые чары, совмещенные чары, продвинутые чары и странные чары. Вот 4 сундука, именно поэтому я двойных сюда и поставил. Соответственно, вешаются таблички на дальнюю сторону, а с ближней стороны, к ближней стороне можно вполне иметь доступ. То есть, не отходя от энчантера. Это основная идея. Боковые сундуки тут скорее для материалов типа алмазы, дерево, там, полузачаренные шмотки и так далее. Это вот основная идея моего энчантера. Ну и, соответственно, дизенчант у нас тоже присутствует. Ну и в общем, хотелось бы, конечно, шерстяного камня еще сюда накидать, но это, может быть, я уже не на камеру сделаю, потому что, кстати, да, можно настричь немножко еще шерсти на камень. Если я вспомню, где у меня лежат ножницы, вот они. Пойду я, пожалуй, в домик. А что ты будешь делать в домике? Жить. Зачем? В общем, там да, ребят, класс. Я думаю... Надо закругляться, потому что, честно говоря, я готов признаться, это был самый упоротый, в плохом смысле, стрим за все последнее время. Явно мы не успели восстановить, и явно работа съедает мне мозг, поэтому извиняйте. Когда пьяный Фриман, спрашивает Матвей 4, нет, я уже боюсь, никогда пьяный Фриман, скорее всего, уже не продолжится, увы. Меня Он умер от цирроза. Не хватает времени. Самый упоротый был вчера. Ну да, сегодня он упоротый в плохом смысле слова. Я упарываюсь где-то глубоко в голове. И поэтому вы этого не видите, но в голове происходит страшное. Так. Ну, как-то так, наверное. Фриман протрезвел. Фриман протрезвел и ужаснулся. Да, именно так. Профессор спрашивает, когда стрим котятника?
стрим котятника. Но вообще стримы котятника это были не моей придумкой. Это было разово. Я думаю, что это вряд ли повторится. Честно говоря. Ну какой котятник может быть, народ, если я вот на самом деле весь, блядь, в этой ебучей работе, в каких-то дебильных задачах, придуманных непонятно кем и непонятно зачем. Ну, тут большой вопрос, получится ли вообще на неделе у нас еще с вами увидеться на очередном стриме. Это вот вопрос. Кто это? Боже. Это... Мих. Дайте догадаюсь, это Мих. Чё, где? Ты вот подойди к нашему дому, тут какая-то хуйня лазит неведомая. Безголовая, даже не безголовая, а скорее с пустой головой. Ничего не вижу. Работа за мной пришла, да. Так, Блэк, это была ты? Где? Блэк, это была ты. Это была ты безголовой хуйнёй. Точнее, безмозглой хуйнёй. Ты меня как назвал сейчас только что, блин? Сам ты хуйня безголовая. Ничего не знаю, потом увидишь, как это выглядело. Это опять у нас админ, видимо, прикалывается. Но выглядело это очень странно. И почему-то мне напомнил анекдот про блондинку, да? О чем... Что можно увидеть, глядя в голубые глаза блондинки? Да? Заднюю стенку черепа. Не подумайте, я осуждаю подобные высказывания, ничего не имею против блондинок, но иногда это почти правда. Так, ладно. Я думаю, на сегодня мы заканчиваем. Единственное, что я хочу сделать, это поставить еще одни ворота, но если я сейчас для них не найду места адекватного, то воротам не быть. И адекватного места я не вижу, поскольку вот здесь явно раз, два, подъем, спуск. Ну, короче, да, как-то Блэк, косячок. Косячок. А вот так уже не косячок. Вот, соответственно, ворота будут, видимо, в следующий раз. Блэк выяснил, что Блэк блондиночка. Нет, не выяснилось. Мы не комментируем подобные вопросы. Хотя я, кажется, уже свои волосы, цвет волос и длину сдал. Помнится. Итак. Народ. Надеюсь, что мы не загрузили вас сильно перед началом, а не окончанием рабочей недели. До окончания еще далеко. Я просто уже заговариваюсь, поймите. Я поэтому решил не продолжать это мучительное стримование, потому что я уже заговариваюсь, у меня сел голос, к сожалению. Никакой пыхнуть тут не поможет, да. Тем, кто хочет сейчас пыхнуть, уже можно будет пыхнуть. Вот. И, соответственно, пыхнуть, отдохнуть, не сдохнуть ни в коем мере. Так, сейчас. А как уже, же лопата? Уже почти. Уже лопата почти. Спрятана. Давайте поищем лопату. Блин. Я даже догадываюсь, куда Блэк спрятал лопату перед уходом. Вот, поэтому на этом мы, наверное... Так, это был какой-то лак. Я чувствую, Блэк лопату перепрятывала. Традиционная подзанавес что, крипера? Крипера у дома? Нет, спасибо. Ушак не надо. Ты. Не надо крипера у дома. Вот, соответственно, рабочая неделя началась 12 минут назад, как правильно подсказывает Кеннис Лайф, абсолютно точно. Соответственно... Ему-то хорошо, напоминать, у него отпуск. А, ну... Видишь, у него, значит, тоже началась рабочая неделя, а значит, ему будет плохо. Как и нам. На этом... Да, блин, ну что ж вы спать-то не хотите. На этом мы будем потихонечку закругляться. Всем хорошей недели. Рабочий, удачной недели, без мозгоёбства, без ничего. Блин, да. Если нам повезет на это, на отсутствие мозгоёбства и всего прочего, возможно, мы с вами еще на этой неделе увидимся. Я надеюсь, что такое произойдет. Больше в таком состоянии я стримить не собираюсь. Вы уж простите, потому что сегодня я понял, что... Это был странный блин, эксперимент. Это, пожалуй, первый стрим, который на фоне работы и общей задроченности даже мешает мне доминировать и... Конечно, ваша компания, безусловно, сгладила впечатление, но в целом от игры я получил удовольствие, блядь, в половину меньше. Так, у меня... Тебе просто везет, что у меня меч не на кнокбэк. Вот и все. А тебе везет, что я лопату спрятала. Вот и сиди как дура наверху. В общем, большое всем спасибо за то, что составили нам компанию. Упарываться мы прекращаем.
Новость, я думаю, не печальная. Потому что будем надеяться на лучшее. Всем без мозгоебной недели. Большое спасибо за то, что были с нами. И на этом все. Пока. Пока-пока. Увидимся.